Вот эта ситуация у нас была на одних из чтений лет 5-7 тому назад, значит, ну так условно, пришло 450 человек, в зале 10, а там вот ужас, что творится. Вот, и да, и я вспомнил этот анекдот старый, когда евреи вызывают в КГБ и говорят, что вот, вы знаете, мы выяснили, у вас есть брат в Израиле, вот, ну, вы напишите ему, что, значит, чтобы он там возвращался, значит, в Россию, чтобы он там своих знакомых сагитировал и так далее. Он говорит, да вы знаете, ну, я вообще-то его и не знаю сильно. Вот, он уехал, мне было 3 года, это вообще мой сводный брат. Он говорит, ну, ничего, вы ему все-таки напишите. Он сел, значит, взял бумагу, значит, долго думал, а потом пишет. Дорогой брат, наконец нашел время и место, чтобы написать тебе письмо. Так вот, они каждый раз находят время и место, чтобы пообщаться. Да, другого способа нету. Пожалуйста. А микрофон? Можно микрофон вот взять? Тот вот. Можно его и взять, и все, что хочешь с ним сделать. Главное, об пол не бросай. Я не буду бросать об пол. Ну, это чтобы я не бегал далеко по залу, чтобы... Ну, я думаю, что не бегать ты не можешь, поэтому... Ну, я могу недалеко. Так, ну, для того, чтобы конструктивно обсуждать проблематику институционализации вообще и институционализации методологического мышления в частности, мне кажется, надо иметь соответствующий конструктор. И поскольку я занимался и занимаюсь историей инженерии, и у меня есть интересный такой достаточно для меня опыт реконструкции работ Леон Батиста Альберти, как он создавал соответствующий конструктор архитектурных форм. Ну, по идее, хотя у него была гораздо более простая ситуация, ну, для того, чтобы сделать этот самый институциональный конструктор или хотя бы его первую модель на уровне детских кубиков, нужно проделать примерно ту же самую работу. Он делал работу примерно такую. Он взял, перед ним были руины Древнего Рима, и он их определенным образом описал, выделил идеальные архитектурные формы, и дальше с помощью этих форм можно было реконструировать римские здания. Но он сделал больше. Он просто сделал то, что стали потом архитекторы называть архитектурным ордером. То есть, ну, определенный с точки зрения полноты состав вот таких вот конструктивов идеальных, а с другой стороны определенные правила сборки и самое главное пространство, в котором можно эту сборку вести. Если теперь рассматривать такого рода работу в отношении институтов, то можно исходить как бы из разных, в частности, как вот тут обсуждал Федор Александров, ну из своего рода статики институциональной. Но учитывая ту ситуацию, в какой мы сегодня находимся, мне кажется, что интереснее рассматривать институты с точки зрения их цикла жизни, именно рождение, там, взросление, достижение зрелой продуктивности и далее там, угасание, старение, смерти. И, соответственно, в качестве материала рассматривать вот этот вот процесс, фиксируясь, как мне кажется, на наиболее важных и интересных пунктах, связанных со становлением институциональности, с ее метаморфозами. И здесь для меня наиболее представительные, хотя есть и другие, но они недостаточно как бы ясны и презентативны, как бы, материалы. Вот для меня самый интересный и важный материал – это материал становления западноевропейской институциональности,
который, я не буду это все разворачивать, поскольку это в разных местах многократно говорилось, и тексты выложены, тексты, транскрипты там и так далее. Но здесь для меня принципиально было то, что каждый раз, когда происходили серьезные институциональные сдвиги, там участвовали в них движения. Причем реально мы, ну, каждый раз это было очень массовое и многовекторное, что ли, вариативное очень поле движений. И только некоторые из них в итоге как бы выказывали некую жизнестроительную силу и участвовали так или иначе в складывании институциональности. В частности, в западноевропейской институциональности складывании, по моей реконструкции, очень важную роль сыграли монашеское и движение викингов. Я не буду это опять-таки подробно разворачивать, но хотел бы рассмотреть такого движения, отвлекаясь от, собственно, специфики каждого из этих движений. Сейчас я стану так, чтобы не заслонять экран. И здесь, мне кажется, принципиальным вот разделение, вот когда речь идет о движении, выделение двух подпространств. Вверху это пространство подвига, ну, соответственно, если обращаться к материалу, то это подвиг монашества или подвиг там, славный подвиг викинга. А внизу пространство мирского. И здесь мне принципиально то, что каждый раз выход пространства подвига был своего рода уходом от мира. И этот уход так или иначе был ориентирован на то, что можно назвать поиском Вышнего. И вот эти все версии многочисленных движений, это были разные как бы заходы на поиск Вышнего. И поиск этот велся параллельно в двух планах. В плане разворачивания делания и в плане разворачивания слова. Ну, скажем, в монашестве одним из центральных, если говорить о слове, была житийная, географическая литература, но были и другие важные как бы тексты, оформляющие так или иначе этот подвиг и конституирующие его как подвиг. А у викингов была своя форма, и я буду специально дальше обсуждать, там, в чем ее отличие, но не слишком подробно. И дальше очень важный шаг в такте движения – это то, что можно назвать обмерщением. То есть вот выстраивание верхней полуплоскости вот этой некоего делания в ряду других деланий и в оболочке из слов, когда, например, обсуждается, подвиг ли это, обсуждается там, то ли это делание, должно ли оно быть таким или сяким, когда сталкиваются разные слова так или иначе, задавала определенную воронку разворачивания Вышнего, и эта воронка была организована вокруг некоего, я не знаю, как его назвать, но может, ну вот, грубо говоря, когда викинг говорил, что главное это слава, и все, что есть в мире, конвертируется, грубо, ну, является эпифеноменами славы, добыча это знак славы и не более. Там бой это знак славы и не более. Бесславно победить это хуже, чем проиграть славно. То есть, по сути, он говорил, что он живет в мире славы, как Вышнего, и что это такое? Это вопрос многочисленных вариативных как бы деланий, ну, дальше проговариваемых или, ну, обсуждаемых в сагах.
Ну и, соответственно, там у монахов в житиях там немножко иначе. Но дальше, по мере того, как это делание начинает как бы обрастать, я так немножко вынужден, не знаю, как это правильнее сказать, обрастать материалом, начинает наполняться, ну, общежитийностью, у монашества и у викингов она была по-разному, как бы выстраивалась, но так или иначе, здесь важна общежитийность, начинается обмерщение. И, ну, и появляются обмерщенные формы, которые оказываются организованными в соответствии вот с этим самым Вышним. И, собственно, новый порядок, но если уход от мира как от беспорядка некоего, новый порядок разворачивается не в нижней полуплоскости, а вот, вот он очерчен таким пунктирным контуром. И дальше следует, опять-таки, ну, на материале это было проще обсуждать, но я не хочу это делать. Короче, дальше следует следующий такт ухода от мира. И следом, и это и есть такт движения. Следующий такт начинается. И, собственно, движение это есть, ну, движение своим следом оставляет обмерщенные формы, которые дальше начинают, ну, получают возможность жить своей жизнью. Ну, на примере викингов, это, например, монастыри. Ой, то есть на примере монахов, это, например, монастыри, которые, по идее, должны были обеспечить полноту жизни для сообщества определенного. Причем организованные в соответствии с Вышним, поэтому, например, именно они оказывались наиболее эффективными хозяйствами, они служили образцами для хозяйствования за пределами монастырских стен и так далее. Теперь, если говорить о тех ситуациях, в которых наблюдались движения, ну, вот я мог, в которых я мог на историческом материале наблюдать движения, оказывалось, что они ну, как бы парные. И я бы хотел сейчас поговорить, ну, говорить о двух типах движения. Одно из них я как бы созначаю с монастырским, но при этом, когда я буду говорить о порядке обители, но при этом нужно понимать, что это не обязательно монастырская обитель, и обитель в другой исторической ситуации может быть совершенно другой. Ну, иначе организованные. И о порядке похода, и это два разных типа порядков, и оба они именно в паре обусловили в свое время складывание западноевропейской институциональности. И чуть позже, во время кризиса, ну, конца 13-го, 16-го, ну, где-то начало 16 века, опять мы встречаемся с двумя движениями, которые, ну, можно тоже как-то пометить как ориентированные или реализующие порядок обители или порядок похода. Это движение гуманистов и движение, которое я для себя назвал движением авантюристов. Это те, кто участвовал активно в эпохе географических открытий, в освоении новых территорий и так далее. И я попробую сейчас, ну, сначала эти порядки чуть-чуть, если здесь что-то видно, чуть-чуть охарактеризовать. Это недостаточное, ну, мне трудно о них говорить пока. Я поэтому то, что мог, написал. Но, тем не менее, какая-то характеристика этих двух разных типов порядков. Порядок по типу похода. Я написал вверху онтологическое ядро, имея в виду то, что связано с разворачиванием высшего. Поскольку там складывались, ну там проходили своего рода эксперименты по выращиванию новых образцов жизни на себе, так сказать, и проговаривание их так или иначе, или по прорисовке. И они вертелись вокруг, ну, какой-то, ну, я не знаю, такой антологемы типа «все есть слава» или «все есть мышление», как Георгий Петрович говорил.
И дальше все версии жизни, в которой мышление реализуется, или слава в конкретном смысле викингов реализуется, вот это то, что я называю как бы зерном таким. Так вот, для онтологического ядра характерен тип подвига. Скажем, для похода это подвиг странничества, когда человек выходит за пределы старого порядка, в кавычках, вот этого беспорядка, на простор. И странник, простор, странный – это все однокоренные слова. И это открытое пространство, и любая граница, если она там встречается, она рассматривается как то, что должно быть преодолено. А подвиг монашества – уход в пустынь. Причем, то есть некое уединенное, выгороженное, именно отгороженное от мира пространство, внутренней стеной пустынничества, отшельнического, или внешней стеной монастыря, которая только, способствует этому. И это, там как бы движение из замкнутого пространства на простор, здесь движение из суеты, от суеты в огороженное пространство. Дальше совершенно разные как бы техники делания. Скажем, делание у викинга это безрассудное, безудержное движение, это культивирование безграничности, преодоление любых границ и такое оргиастическое или дионисийское. А для монашеского движения это аскетическое воздержание, это культивирование, наоборот, границы, причем не только внешние, но дальше внутренних границ, поскольку каждой организованности внешнего мира, и в этом суть воздержания, должно быть найдено место в новой, вот этой святой жизни. Святой в кавычках, поскольку мы сейчас говорим по типу обители, а не обители. И чем-то это может быть даже на эпохе похоже. То есть это аккуратное как бы принятие, перенос через границу и поиск места внутри жизни. И здесь важна полнота, здесь нужно, чтобы эта жизнь была полной, чтобы в ней все было, чтобы она была самодостаточной. И так далее. И чтобы каждая вещь имела свое место и свое время. Теперь по поводу слова. Слово в порядке похода – это эпическое слово. Оно устное, оно воспевающее и вдохновляющее. И там отношение между словом и деланием – это нечто, можно сказать, это отношение взаимного вдохновения. Грубо говоря, слово увлекает на делание, делание вдохновляет на слово. Воспевается только то, что вдохновляет. И именно это придает статус славы походу как славному или деянию какому-то как славному. А слово в порядке обители схематизирующее, скажем, если говорить на материале конкретного, монашеского материала, там Евангелие было положено как своего рода схема, и все жития выстраивались по схеме Евангелия. И это слово впечатляющее в том смысле, что оно, в известном смысле впечатляет схему. Я не буду дальше говорить. Но дальше. Есть еще план, связанный с складыванием, вот этим с обмерщением, который я бы назвал нормативной оболочкой. То есть для того, чтобы монастырь или поход мог существовать, для этого нужно поначалу, может быть, через живые образцы, которые несут схему, организовать пространство жизни. И мы знаем, что иеротопия
христианская иеротопия была, ну или ну, священная география была организующим принципом в строительстве монастыря. И там нормировалось, главное, что нормировалось, это полнота состава с точки зрения жизни святой, ну или обеспечивающей реализацию вот этого онтологического зерна там или чего-то такого. И софункциональной структуры, то есть всему свое место, все должно быть связано, соорганизовано, и целое должно быть замкнуто как самодостаточное целое. А по поводу похода, нормы должны поддерживать непрерывность процесса. То есть здесь самое главное, это чтобы процесс не рвался. И стоянка, например, в походе, это не разрыв, это один из важных моментов движения. И здесь важно, что все эти стоянки носят временный характер и нужны только для того, чтобы двинуться дальше. Они не являются как бы самостоятельными единицами жизни. Теперь направление обмерщения. Это тоже относится к нормативной оболочке. Когда странничество или поход становится обычным, он превращается в предприятие. Слава превращается в добычу, добро, в кавычках. А как направление обмерщения в порядке обители, это в сторону организации. Ну, то есть организации, может быть, даже в близком к современному смысле, то есть она представляется как некое целое, состоящее из, ну, имеющее структуру, и все элементы этого целого должны быть софункционализированы. Ну и плюс отношения с окружающей средой, внутренние отношения и, соответственно, проблематика границ. Я помечаю все, но просто я подробнее не смогу. Теперь, дальше продвинувшись на материал уже практически ставший или ставший, а дальше ну, как бы переживший кризис институциональности западноевропейской, я чисто феноменально выделил сначала три, а потом на следующем далее материале четвертую, ну, я не знаю, правильно ли это слово, но я, чтобы не говорить институт, я назвал ее институцией. Но это имеется в виду вот эти конструктивы, из которых как бы собиралась средневековая институциональность, но, по-моему, они могут рассматриваться как типовые конструктивы. Это предприятие, маршрут, ярмарка и организация. При этом благодаря вот этому предыдущему шагу я смог рассортировать, ну, как бы разложить эти феноменально выделенные штучки, не знаю, как сказать, разложить, ну, как бы по осям, оболочка, ядро. И у меня получается так, что предприятие – это когда нормативная оболочка по типу похода и онтологическое ядро по типу похода. Ну и дальше, ярмарка – это когда онтологическое ядро по типу похода, а нормативная оболочка по типу обители. Ну, в известном смысле, ну, например, шампанские ярмарки были зацикленным на время походом. Там было 5 городов, в них проходили ярмарки рядом с ними. 5 ярмарок в год, каждая из которых продолжалась 2 месяца. И время как раз для того, чтобы успеть переехать с одной на другую. И купцы как бы двигались по этим ярмаркам, по этим 5 местам. И это как бы такое кружение. Но при этом дальше будет ясно, что с одной стороны там организовано было все как своего рода город временный, да, а с другой, ну или организация. Там было свое право ярмарочное, действовавшее на время ярмарки. Там была определенная структура, но вместе с тем онтологическое ядро явно указывает, ну для меня явно указывает на то, что
это все имеет отношение к порядку похода, поскольку там ценность была... Что? Там ценность была... Ну, это как бы превращенная форма славы, это выигрыш, это победа, это прибыль, это что-то, представить что-то новое, чего раньше там не было и так далее. В этом смысле здесь предприятие не в смысле завода или фабрика, а скорее в смысле то, что предпринимается, и может быть это ближе к шумпетеровскому пониманию предпринимательства. Теперь маршрут, с одной стороны, он, ну, там, у него нормативная оболочка по типу похода, то есть он организован, ну, вроде бы как процесс, но с другой стороны он организован, ну, как бы нормативная оболочка у него, то есть онтологическое ядро у него по типу обители, то есть там важна упорядоченность, там важна софункциональность. И все должно быть как бы на своем месте. И, наконец, организация, когда и ядро, и оболочка по типу обители. Дальше, если посмотреть опять-таки на исторический материал, всегда, когда... движение викингов сталкивалось с монашеским движением, это кончалось плохо либо для одной, либо для другой, либо для обеих сторон. Ну, они невероятно, ну, они невероятно далеки друг от друга, и, ну, грубо говоря, то, что является порядком для обители, является для похода беспорядком и наоборот. И у меня возник тогда вопрос о том, как эти вещи в принципе могли состыковаться. И я предположил, что не сами движения участвовали в жизнестроительстве и вместе породили эту самую институциональность, а ну, как бы обмерщенные формы в процессе как бы обмерщения, вот они взаимодействовали и дальше что-то происходило. Но это, к сожалению, не вполне для меня ясное. Я уже заканчиваю. Не вполне для меня ясное, я не буду про это говорить, но так или иначе мне нужны какие-то стыковочные узлы для того, чтобы это все соединять. Формально, тупо, я перечислил, что с чем надо как бы состыковывать. И это каждый раз не банально, поскольку очень часто... предприятие разрушает организацию, и организация ярмарку и так далее. Их нельзя. Ну, скажем, ярмарки не случайно проводились поначалу, пока они были, собственно, ярмарками, проводились вне городов, за пределами стен города. Так вот, я пока могу что-то сказать про два стыка, но формально надо, ну, мне надо, я это буду делать, продумывать шесть, причем это один. То есть это организация маршрут, а это маршрут организация, как стыкуются. Ну и. Все. Сейчас я финал небольшой сделаю. Я практически закончил. Я понимаю, что это недоделанные, я отлично это понимаю, что это недоделанные конструкторы, буду над ним работать дальше. Но для меня ценно, что он уже сейчас позволяет мне по-иному смотреть на исторический материал. И я вот в последнее время, когда я эту штуку для себя нарисовал, я просто стал иначе видеть тот материал, который я прорабатывал, ну, много лет. Во-вторых, ну, скажем, для меня совершенно иначе теперь некоторые безотчетные, наверное, на уровне инстинктов шаги по самоопределению стали, ну, получили некое обоснование. Я теперь понимаю, почему я именно так, а не иначе вел себя по отношению к тем или иным институциям или перспективам институциональной жизни. В-третьих, я не могу развернуто это сделать, но...
кое-какие вещи, относящиеся к истории методологического движения и вообще к вопросам институционализации, ну, становятся яснее. В частности, я бы сказал одну сейчас банальную достаточно для меня вещь. На мой взгляд, когда мы говорим об институционализации методологии, надо учитывать возможность того, ну, для меня, я в этом практически убежден, но я понимаю, что это моя версия, что мы сейчас живем во время движений, что все институты, с которыми мы сталкиваемся, это пустые институциональные оболочки, лишенные какого-либо ядра, которые могут рассматриваться с точки зрения их обживания, как, допустим, рак-отшельник обживает ракушку, или с точки зрения разборки на материал, из которого можно строить новое, как это делали в средние века в романской архитектуре из римских колонн и чего-то еще, складывая из языческих храмов христианские, или как из римского права складывали западноевропейское право. Но если рассматривать это как время движений, то самое главное сегодня – это увидеть движение ММК или методологическое движение в контексте всего поля движений. В частности, вроде бы даже Георгий Петрович рассматривал в контексте системного движения методологическое движение и рассматривалось, ну, скажем, Петр Георгиевич иногда, говоря о деятельностном подходе, рассматривает совершенно другие, но тоже достаточно интересные явленные там версии разворачивания. И мне кажется важным разбираться с всем пакетом движений, которые в 20 веке бурным цветом расцвели, даже начиная с конца 19 века, может быть, даже со середины, не знаю. Это первое. Второе, мне кажется важным в связи с тем, что я говорил, это поиск полярностей. Ну, скажем, с точки зрения порядка обители или порядка похода, какие-то элементы и того, и другого угадываются в методологическом движении. На разных фазах какие-то были крепче, какие-то слабее. И, пожалуй, я на этом закончу. Спасибо. Вопросы? Марача, пожалуйста. Слава, ваш первый вопрос, потом ваш, потом Рустем. Вячеслав Марача, мне очень нравится сама идея, ну или принцип институционального конструктора, который был продемонстрирован, вот, но, честно говоря, вот так непросто уловить, вот, как он работает и как делать здесь интерпретации. Вот я хотел спросить вот на примере одного известного института, орденской организации. Вот был на предыдущих чтениях доклад об ордене тамплиеров, и вроде так интуитивно понятно, что орден — это с одной стороны организация, а с другой стороны как бы находящаяся в походе. Потом орденская организация для нас, наверное, важна в связи с тем, что Фрэнсис Бэкон, когда говорил о методе и научном исследовании, он тоже говорил об орденской организации. Вот можно это как-то проинтерпретировать на институциональном конструкторе? Да. На мой взгляд, как раз вот пример с орденом очень, ну, с военно-монашескими орденами, я бы так сказал. Мне кажется особенно интересным пример с военно-монашескими орденами, которые, с одной стороны, ну, вы понимаете, до появления военно-монашеских орденов, после большого перерыва, когда были римские легионы, там, или еще раньше фаланги, там, или другие порядки, не было никаких порядков в смысле порядка обители в военном деле. Они, что викинги, что эти, они валом валили, и вот на вот этой непрерывности, на этой одержимости, ярости там и так далее, священной, да, они побеждали. А
Здесь же это вообще, как нужно организоваться, чтобы с одной стороны сохранить вот это движение к славе, а с другой стороны сама мысль о том, чтобы, двигаясь к славе, бить не противника, который стоит перед тобой, а противника, который замахнулся на твоего соседа и подставил подмышку, открыл. Понимаете, это совсем другой порядок. Я не говорю про то, что там очень много было, прямо, ну, про это говорилось здесь раньше, буквально скопировано было просто с монашеского ордена. На мой взгляд, это один из таких экспериментальных ходов на сочленение вот этих двух порядков. Его надо разбирать подробнее. Я пока только могу сказать, что здесь явно два порядка сочленены. И вообще здесь есть одна, на мой взгляд, сложность, связанная с тем, что рефлексия институтов и вообще порядка, вообще идеи порядка, шла со стороны порядка обители и оформлялась в формах, характерных для порядка обители, по преимуществу. И, может быть, в этом дело, когда Вера Леонидовна говорит про то, что процесс проблематизации не поймешь, как институционализировать, нет форм. Я думаю, что перспектива здесь какая-то смутная прочерчивается в том, чтобы наряду с логикой там, и такими вещами формы сказывания, характерные для эпоса, привлекать и, соответственно, риторику и поэтику, то есть для устного слова. В частности, вот Шкловского «Остранение» и так далее. Ну вот кое-какие формалистские игры начала века, мне кажется, здесь перспективными. Спасибо. Спасибо. Прошу вас. Я Долженко Владимир, Философское общество. Мне кажется, здесь в вашей работе проанализировано с точки зрения диалектики процесс развития общественной жизни. Ведь мирская жизнь проходит, развивается, появляется желание выразить себя. И выражение идет через два направления. Один, значит, служение Богу и через монашество, и второй – это подвиг через поход, и все, рождаются новые процессы, поход, развитие монашества. И далее идет развитие процесса диалектики. Потом переходит, возможно, в обратное. Если вам так удобно это переназвать, спасибо. Пожалуйста. Володь, я сначала произведу некоторую интерпретацию, а потом вопрос задам, если вы его примете. Хорошо. Ну, как корректный, сознательный. Мне кажется, очень интересный момент. Вы обозначили с трассами институционализации. То есть это, видимо, некоторый интересный ход на попытку объективации или представления исторически значимого чего-то, что происходит. То есть не через знание или систему знания, а через понятие действия. То есть вот эта вся проблематика движения, она с одной стороны связана с понятиями и действиями, с другой стороны, возможно, движения создавались не только через понятия и через вот эти экзистенциальные риски, через то, что люди меняли жизненные трассы, но и через системы знаний. Вот если предположить, что трассы институционализации имеют как минимум два разных вектора, они могут строиться через понятия и действия, как я вас услышал, но и через трассы системы знаний, вот вы видите ли вы вот такую разницу в этих трассах институционализации, или она по-другому может представлять, или у вас только единственная трасса институционализации? Нет, у меня просто, ну, иначе. У меня вопрос о складывании систем, это вопрос, какую фазу цикла жизни институционального мы обсуждаем. То есть в какой-то момент складывается определенный порядок в духе порядка обители, который организует знания как систему знаний. Вот знание как система знаний, как это обсуждал, там, допустим, Кандельяк, это знания, организованные в порядке обители. Скажем, система живого, как ее организует, допустим, Линней, систематика растений, допустим, его под, это, самое, это в порядке обители. Вот то, что связано с проблематизацией, к сожалению, я говорю, слов для того, чтобы про это говорить, сегодня недостаточно. Вопрос о том, как схватывать порядки похода, я думаю, что как раз проблематизация связана с этим, с преодолением границ, с
выходом за пределы любой предметности, на простор, на травку. Как про это говорить, пока непонятно. Я считаю это вызовом своего рода сегодня. Да, я поясню, почему основание. Да. Потому что мне кажется, действие и там, понимаете, для меня в известном смысле это все можно интерпретировать как то, что происходит на ОД и на ОД и на онтологической доске и требует определенного соответствия слова и дела или каких-то картин, схем или иначе выраженных слов и делания. Да? Слушай, мне кажется, что вот проблематизации, техники, технологии проблематизации в МЛК, они как раз были потому возможны, что вот удалось органично, с одной стороны, понятие действия задавать через позиции, например, с другой стороны, системы знаний, которые на них сидят, и в этом смысле могут быть разные системы знаний. Для меня это, понимаете, слишком мелкая детализация. Мне важно другое, что вот действие и или знание задается в порядке обители или в порядке похода. То есть задается оно как определенная организация или как поход. Понимаете? А там знание или деятельность, это мне сейчас слишком детально. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Да, будьте любезны. Военно-теократическая организация похода патриарха Моисея и сменившего его теократического полководца Иисуса Навина сочетает в себе сущность и монастыря, и сущность, так сказать, похода, военного похода. Вот как вы здесь проинтерпретируете? Я говорил, что то же самое можно сказать и о других движениях. И более того, если говорить о монашестве, о христианском монашестве, на материале которого я начинал, собственно, вот эту всю работу, то там поначалу есть элементы порядка похода и порядка обители. И в ходе долгой работы, в долгих коммуникаций выясняется, что для движения к святости уместно, а что неуместно. Понимаете? И это в известном смысле уже результат. То движение, скажем, ирландская и бенедиктинская ветвь монашества, ирландская несла, дальнезападная, несла гораздо более походные формы, больше там элементов походности было, а бенедиктинская гораздо больше форм обительности, в кавычках. Но при этом в итоге это получилось все равно монастырь, окруженный стеной и направленный на воспроизводство полноты какой-то, такой органической жизни. Спасибо. А интернет у нас как там? Понятно. Может, перейдем к выступлению? К докладу хочу сказать, что на самом деле, конечно, это очень интересно, но мы слушали это и у себя на секции, и я читала и так далее, да. И хотела сказать к пространству подвига. Конечно, деление на вот эти две вещи очень важны, но есть вот это вот третье, где вы сказали, у меня пространство подвига, которое оно не заполнено. И туда попадают, в это вот третье пространство подвига, если мы скажем такую категорию, если мы возьмем из христианства, это старцы, это блаженные, это юродивые. Потому что если мы возьмем старцев, то там подвиг никогда не заканчивается. Подвиг первый – это уход, да? Второе – это сам подвиг, а третье – обязательно возвращение в мир и прием. Да? Но оказывается, для старца это больше подвиг, нежели уход или нахождение с Богом. Понимаете? И тогда получается, что у него нет этой схемы, о которой вы говорите. Если мы возьмем блаженных, они все время остаются здесь, в этом пространстве подвига, который все время как бы разворачивает вот это онтологическое ядро. Или работает все время на развитие, так скажем, церкви. То есть они идут впереди церкви, они не внутри системы. Они впереди системы, они вне этой системы, и так далее. И работают вот на эту институализацию. Монашество, когда туда попадает, совершенно верно, так оно и
есть. И также, если мы возьмем блаженных и уродивых, здесь еще больше, потому что у них внешняя оболочка совершенно закрыта, да, и они не представлены в том виде, как есть на самом деле. И здесь мы уже переходим на другую категорию, как, ну, на внутреннюю категорию, Царствие Божие внутри вас творится. Да, и каким образом тогда этот подвиг, а внешне он совершенно по-другому протекает. Вот. И спасибо, вот, я понял ваш вопрос. Можно я коротко отвечу? Во-первых, я это вынес за скобки, хотя это важно. Это постоянно обсуждается и, ну, в текстах соответствующих. Когда речь идет о пустыне, там очень важна внутренняя пустыня. Собственно, подвиг состоит не столько в уходе в пустыню, сколько об уходе во внутреннюю пустынь. И то же самое можно сказать о походе. Здесь важно не уход на простор физический, но географический, а уход во внутренний простор, который позволяет к своему дальше относиться как к запредельному, к чужому. Раз. Второе. Я согласен с вами, что было множество вариаций. Но я обсуждаю сейчас не людей, а движение. И не типы конкретные, а эти типы в составе движения. Вот очень важно, чтобы множество вариаций там было. Нет, я совершенно с вами согласна. Эти движения хороши. Коллеги, я рад, что вы установили друг с другом. Мы с вами можем это обсудить специально. Хороший разговор. Я хочу сказать третье. Что вот это третье и является очень важным для дальнейшего рассуждения. Я очень рад, что у вас произошла встреча не только во времени, но и в пространстве. Ваши крайние вопросы или суждения? У меня суждение короткое. Пожалуйста. Я считаю, что вот такой подход, он не продвигает существенно нас в понимании и процессов институциализации и так далее. Потому что что такое уход от мира вот, в переводе на мышление и так далее, это уход, восхождение от конкретного к общему, только всего. То есть это своего рода обобщение. Но это вы говорите об общении. Да. Я же это не говорил об общении. А другой процесс. Я говорю, что по отношению к мышлению это как раз вот это и является. Ну, что касается вашего обмерщения, это восхождение от общего к конкретному. Хорошо. И все. Хорошо. И вот, а что касается разделения там похода и обители, это вопрос о видах ценностей. Либо высшей ценностью считать славы, либо высшей ценностью считать святость. То есть здесь вот рассуждения такого рода, они так холостые, это своего рода схоластика. Ну, а мало нас продвигает к тому, что нас сейчас волнует. Ну, когда вы говорите «нас», вы имеете в виду кого конкретно? Меня продвигает? Себя, да? Ну, хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Еще, Вадим... еще можно замечание? Нет, все. Ну, поздно. Вадим Маркович, пожалуйста. Для меня вопрос, связанный с институциализацией методологического мышления, он является одновременно вопросом о судьбе методологии. И именно вот в этом контексте я хочу его и рассматривать. Это первое замечание. Теперь второе касается, вот следуя своему учителю, я стараюсь мыслить понятийно. А что значит мыслить понятийно? Это значит, вот если говорить про эту тему, то я должен определиться в понятиях методологии, понятиях мышления, понятиях институт, и только соотнеся их друг с другом и строя относительно друг друга, мы, мне кажется, можем правильно помыслить вот эту тему. И вот следуя этому плану, я
Начну с, ну, как бы такой предельной рамкой для методологии, а для меня такой предельной рамкой являются те вызовы, на которые методология должна отвечать. В этом смысле я говорю не только о той методологии, которая сложилась, но и той, которая должна быть. Я четко об этом говорю. Итак, на мой взгляд, вот сегодня методология должна ответить на четыре основные вызовы. Первое – это потребность в методологическом обеспечении разных сфер и областей деятельности. Здесь я имею в виду частную методологию, которая выступает сервилистской функцией, и в этом смысле, мне кажется, методолог должен хорошо осваивать предмет, понимать проблемы, которые стоят в предмете, разрывы, затруднения, и работать совместно с представителями соответствующих дисциплин. А второй вызов, это его здесь уже затрагивали, это то, что в настоящее время, на мой взгляд, становится нетерпимым сепаратизм и автономия отдельных областей и сфер мышления. Ну, я так образно говорю, что мы каждый роем траншею, не поднимая головы. Сегодня уже мы дошли до предела, и мы видим такие ситуации, когда отдельная личность может создавать языковую игру, которую кроме этой личности уже никто не понимает, и это одновременно в культуре является нормальным. Но как не методология должна способствовать преодолению этого кризиса и восстановлению коммуникации? Третий вызов – это осознание негативных последствий, связанных с применением плохой методологии, так скажем. То есть методологии, которая идет просто от опыта, без отсутствия культуры, от разных идей, не продуманных в смысле последствий применения и так далее. То есть, вот, по сути дела, не может быть вообще никакой методологии, когда решаются сложные задачи. Все равно какая-то методология выстраивается и в соответствии с ней действует. Но все это становится очень деструктивно и разрушительно. И четвертый вызов, он связан с необходимостью построения методологии социальных наук. Вот мне кажется, что одна из больших заслуг Московского методологического кружка, что была, в общем, выстроена методология естественных наук, методология инженерии. Я вот довольно много сил потратил своих на изучение гуманитарных наук и выстраивание методологии гуманитарных наук. Но мне кажется, сегодня перед методологией стоит вот такая же задача, связанная с построением методологии социальных наук, иначе мы с вами не можем ответить на катастрофические проблемы и вызовы современности. Теперь общие характеристики методологии. Как я вижу, что такое методология? Здесь я, по сути дела, в значительной степени обобщаю тот материал, который обсуждался и на прошлых чтениях. Ну, во-первых, мне кажется, что миссия методологии, ну так, если можно сказать, когда я говорю о миссии, значит, я уже как бы киваю на миссию институтов всяких. Так вот, миссия методологии, на мой взгляд, в реформировании и перестройке неудовлетворительных форм и способов мышления. Это первое. Второе. В создании условий, позволяющих решать принципиально новые проблемы и задачи. На это указывал еще Фрэнсис Бэкон, когда он противопоставлял новую логику, новоевропейскую логике Аристотеля. И, наконец, очень важно – это поддержание культуры мышления. Вот наша миссия, особенно в современной ситуации, когда резко произошло снижение культуры, оседание культуры, когда мы имеем дело с очень сложными процессами, как говорится, перехода от, или не перехода, а превалирования визуальной культуры над вербальной культурой, когда мы имеем дело с распадом различных форм мышления, то, конечно, миссия методологии состоит в поддержании культуры мышления. Как понимается в методологии мышления? Ну, когда я говорю, как понимается, я, конечно, здесь свою точку зрения, прежде всего, высказываю, основываю на своих собственных исследованиях, но мне кажется, не только.
Во-первых, очень важно, что когда мы говорим о мышлении, имея в виду методологическую концептуализацию, то это, как правило, всегда дискурсивная мыслительная практика. То есть это такие способы, которые позволяют в ходе рассуждений, доказательств, построения схем, понятий, идеальных объектов получать другие знания, схемы, понятия и так далее. И причем, когда я говорю способы дискурсивные, то эти способы во многом как бы опираются на деятельность личности, на мышление личности. То есть они в этом смысле не только потом опосредуются в социальных практиках и в экспериментах. А вот дискурсивный момент, он связан как раз именно с творчеством личности. Второй очень важный момент, который всегда Георгий Петрович подчеркивал, что речь идет не просто о дискурсивных способах, а о правильных способах дискурсии, о нормированных в определенной мере, о таких способах, которые не приводят проблемы другим затруднениям мышления и позволяют эффективно решать различные мыслительные задачи и проблемы. И, наконец, еще один очень важный момент, который, мне кажется, в литературе значительно меньше осознается и обсуждается, это то, что, когда речь идет о мышлении, если иметь в виду именно методологический залог, то мы имеем дело здесь с разными, я подчеркиваю, с разными концепциями мышления. И именно наличие разных концепций мышления создает здесь определенное поле коммуникаций, в которых идут и споры, и устанавливаются согласия и компромиссы. Теперь, если говорить, имея в виду институциональный аспект, то здесь важно следующее – различить двойной продукт методологической работы. Один продукт связан с развитием мышления и деятельности. Ну, это, как говорится, общее место в рамках методологии нашей традиции. Второй момент, он связан с формированием того, что можно назвать интеллектуальной технологией. Этот момент в свое время подчеркивал Борис Васильевич Сазонов специально, а я тоже здесь в данном случае присоединяюсь. Это одна позиция. А другая позиция связана с противопоставлением живой методологической работы, которая отчасти связана с развитием, конечно, мышления и деятельности, и интеллектуальной технологии, как бы форм отслоившихся от живой методологической работы. Так вот, на мой взгляд, живая методологическая работа, она уникальна, креативна, изменчива, она тесно связана с личностью методолога, методологическим сообществом, она как бы сидит на них, и она очень тесно связана с вызовами времени, которые еще нужно уметь выслушать. И в этом смысле, я это неоднократно подчеркивал, мне кажется, что живая методологическая работа не может быть институциализирована, превращена в институт. С другой стороны, если речь идет о интеллектуальной технологии, то мне кажется, что она может быть отделена от живой методологической работы, организована по законам социального функционирования, ассимилирована в науке, инженерии и педагогике. Следующий слайд. Каков же состав интеллектуальной технологии, которая, на мой взгляд, как раз и может быть институциализирована? Это три основные вещи. Во-первых, это образцы мышления. Георгий Петрович неоднократно подчеркивал, что речь идет о трансляции, то прежде всего мы имеем дело с образцами работы, с образцами мышления. Во-вторых, это то, что можно считать средствами мышления, то есть то, что мы уже рефлексивно описываем, и не только описываем, но показываем, что вот эти образования могут использоваться в других сходных ситуациях. То есть на самом деле, чтобы выделить средства мышления, нужно не только осуществить рефлексии, но и показать, что это работает в разных ситуациях. А что значит показать? Это значит довести их до особого состояния, достроить, доконструировать. Так вот, если говорить о средствах мышления, то это прежде всего схемы, понятия, подходы, рамки, типы знаний и так далее. И, наконец, мы можем говорить, третье, в качестве средств интеллектуальной технологии, это дискурс или методы мышления. И в связи с этим я обращаю ваше внимание, что надо, мне кажется, вернуться к первой программе ММК, ведь она формулировалась как именно изучение мышления для построения исчислений и знаний, которые можно использовать
и это называлось содержательной логикой. И вот мне думается, что в данном случае мы должны вернуться к этой программе и обсудить. Но когда я говорю здесь о дискурсах и методах мышления, имея в виду, естественно, научные, гуманитарные, различные методологические реконструкции, то мне кажется, это все это может быть действительно описано, отрефлектировано, описано и освоено в рамках институциональных социальных форм. Вот. Я думаю, что вот, если говорить о традиции, то довольно хорошо были описаны здесь научные методы и дискурсы мышления. Я постарался в своих исследованиях описать и гуманитарные методы и дискурсы мышления. Они совершенно другие и очень интересные в этом смысле, но совершенно не описаны дискурсы и методы социального мышления. Следующий. Теперь, если говорить о принципах и границах, потому что важно и указывать на основные принципы и границы. Так вот, важнейший методологический принцип, мы об этом говорили в прошлый раз, это контроль за правильностью самой методологической мысли. Собственно, культура мышления, она и с этим связана. Она связана с тем, в какой степени методолог может контролировать собственную методологическую мысль, в какой степени он ее может сопровождать, в какой степени он вообще владеет таким контролем. Дело все в том, что я и на своем опыте, и на опыте как бы товарищей методологов замечаю, что когда увлекаешься работой, исследованием, то все время забываешь об этом контроле, и потом в связи с этим попадаешь под огонь соответствующей критики в обсуждениях. А вот как раз контроль за правильностью самой методологической мысли очень важен. И он предполагает рефлексию собственной работы, анализ и оценку ее. И принципиально, на что я хочу обратить внимание, демонстрацию и разъяснение собственной мысли, собственной работы заинтересованным субъектом на соответствующих семинарах, выступлениях и так далее. А также установку на изменение своих способов работы, способов мышления, если это необходимо. Вот здесь, на мой взгляд, заключается и культура методологического мышления. Теперь, следующий принцип очень важный. Это опора при решении методологических проблем и задач, с одной стороны, на современные интеллектуальные технологии, а мы знаем, что это технологии. Это технологии научного исследования, технологии проектирования, технологии программирования, технологии сценирования, технологии управления. Сегодня мы обсуждаем технологию построения схем и так далее. То есть методолог, он все время ассимилирует и оснащает себя вот этими технологиями. Но вы понимаете, чтобы это делать, их самих приходится сначала методологически исследовать и описать. И только тогда они могут быть взяты как средство методологической работы. Это с одной стороны. А с другой стороны, это опора на научное изучение мышления, научное изучение деятельности. Если не будет такой вот второй опоры, то мы рискуем к такой конструктивизации и построению схемы представлений, которые будут неэффективны, неорганичны, и вместо того, чтобы способствовать решению методологических задач, будут создавать дополнительные проблемы в мышлении. Если говорить о границе, то нужно учитывать, что мышление – это не только конструкция методолога, не то, что мы делаем, когда мы программируем, проектируем мышление и деятельность, но также и органическое образование. Есть целый ряд факторов, которых мы слабо контролируем или не видим, а мы всегда имеем дело, когда работаем с тем, что мы не видим собственные аспекты работы, собственные контексты и так далее. И это не то, что что можно подтянуть в работе. Нет, это принципиально. То есть требуется остановка, требуется рефлексия, требуется точка вне находимости, которой мы часто не обладаем. В этом смысле критика со стороны. И только тогда мы можем видеть эти моменты. Но если они есть, и если мы признаем
такой фактор в мышлении, как коммуникация, как действие социальных факторов, институтов и так далее, то мы должны смотреть на мышление не только на то, что мы конструируем и строим, но и на некоторое органическое образование. Следующее. Наконец, мне кажется, очень важно, имея в виду современную ситуацию перехода и современную ситуацию смены социальности, а это, мне кажется, принципиально, иметь в виду две разные трактовки методологического мышления. Первая трактовка по Георгию Петровичу, она, мне кажется, по сути ориентирована на уходящий тип социальности, не в том смысле, что Георгий Петрович что-то не видел, он просто жил свое время, он находился в определенных социальных отношениях, и он имел перед собой определенные образцы. Так вот, если говорить о методологическом мышлении по Георгию Петровичу, то это прежде всего самоорганизация методологической работы, включающая рефлексию, мышление и внутреннюю методологическую коммуникацию. И развитие здесь понимается как происходящее под влиянием преимущественно самой методологии. Моя реконструкция методологического мышления показывала следующее, что в значительной степени методология развивалась в результате реализации ценностей, установок и опыта того методологического сообщества, которое образовывало ядро методологии. И только во вторую очередь в связи с попыткой ответить на внешние вызовы времени. Ну и Георгий Петрович сам на это обращал внимание. Вот что он пишет в частности. «Осуществляется полный отказ от описания внешнего объекта. На передний план выходит рефлексия, а смысл идеи состоит в том, чтобы деятельно творить новый мыслительный мир и вовремя ее фиксировать. И это для того, чтобы снова творить и снова отражать, и чтобы снова более точно творить. Идет не изучение внешнего объекта, а непрерывный анализ и сознание опыта своей работы». В другом месте он пишет, «Система методологической работы создается для того, чтобы развивать все совокупное мышление и совокупную деятельность человечества». И дальше. Напряжение, разрыв или проблема мыследеятельности не определяют еще однозначно задачу мыследеятельности. Во многом задача определяется используемыми нами средствами. А средства есть результат нашей испорченности, нашего индивидуального вклада в историю. И именно они определяют, каким образом, за счет каких конструкций будет преодолен и снят тот или иной набор затруднений, разрывов и проблем в деятельности. И мне кажется, это очень важно, потому что если бы методологи в свое время не акцентировали свою работу прежде всего на самоорганизации, на реализации своих собственных ценностей, на построении системы согласованных понятий, отчасти напоминающих в этом смысле работу Аристотеля, когда он все совсем сочленял и согласовал, то не удалось бы вообще создать вот это самое ядро методологического мышления, создать систему средств и представлений. В этом смысле действительно нужно было в каком-то смысле в значительной степени абстрагироваться от внешнего социального контекста. Вторая трактовка методологического мышления, следующая, ориентирована на становящийся, как мне кажется, современный тип социальности. И отсюда требования опосредования методологической работы со стороны культуры, вызовов времени и того, что реально получается в результате методологической работы. И это очень важно, потому что культура не просто элемент деятельности, как мы представляли в классический период развития теории деятельности. Культура – это также и система вызовов, система ситуаций, на которых мы должны реагировать, система ситуаций, в которой мы сами включены как личности и так далее. То есть это весь тот сложный живой контекст, который нужно уметь выслушивать и уметь формулировать здесь вызовы, на которые нужно отвечать. Еще один очень важный момент – это то, что эта работа тогда посредована исследованием мышления. Ведь мы уже много раз обсуждали историю, которая была, когда в первой методологической программе был сделан большой акцент на исследовании мышления, а потом это исследование во многом
разворачивалось внутри форм самоорганизации мыследеятельности. Это совсем другое. А требования исследования мышления очень важные, потому что если мы не будем исследовать мышление, мы не будем получать конструкции, которые будут претендовать на органичность и, я бы сказал, не будут себе носить элементы социальной жизни. Еще один важный момент – это учет внешней коммуникации, а не только внутренней коммуникации. Я специально, когда делал доклад о схеме мыследеятельности, я показывал, что Георгий Петрович там в одном месте сказал, ну давайте упростим дело и сведем коммуникацию к односторонней. Так вот, коммуникация всегда двухсторонняя, и более того, коммуникация всегда строится в ситуации предположения, что вы имеете дело не с тем, не с человеком, который на вас похож, или не с позицией на вашей, а это всегда инаковость, другая форма жизни, с которой вы сталкиваетесь, и это нельзя не учитывать. Ну и, наконец, это опосредованность, связанность с вхождением в предметную область, учет фактов, ощущения предмета и так далее. И здесь, мне кажется, очень важно начать обсуждать вопрос, я бы сказал бы так, методологической феноменологии. Все-таки надо учесть опыт феноменологии, он все-таки важный, потому что действительно, я бы сказал так, методология страдала таким недостатком, который был связан с тем, что она пыталась самые разные явления схематизировать и подводить под одни и те же схемы. А если мы имеем дело с социальными и гуманитарными явлениями, то каждое из них в каком-то смысле уникально. И вот нужно научиться удерживать эту уникальность. Теперь я перехожу к характеристике традиционного социального института. Почему я говорю традиционно? А потому что мне кажется, что мы присутствуем, здесь я согласен с Воловиком, но по-другому это понимаю, мы присутствуем при очень важном процессе. Традиционные социальные институты, которые, конечно, еще будут продолжать работать и очень долго, они на самом деле уходят или отходят на второй план, а складываются институты нового типа. Я на следующем шагу скажу. Если говорить о традиционном социальном институте, то прежде всего институт – это способ социального существования деятельности человека или общества. И в этом смысле это характеристика социальности. Второе. Институт выполняет действительно определенные функции – разрешает социальные проблемы, причем способами, доступными для пользователя. Вот это очень важный момент. Мы сначала не очень это понимали. Процедуры, которые задает институт, они должны быть понятны потенциальным пользователям. В этом смысле это не эзотерический образ жизни, и в этом смысле требуется противопоставление эзотерических форм жизни, движений и прочее институциональным формам жизни. Третий момент. Институт устойчиво воспроизводится, а следовательно, существует в какой-то степени осознанный, нормированный и транслируемый способ пользования институтом. Четвертое. В ходе становления институтов, а я различаю становление института, функционирование, действительно, также и смерть, как и Воловик, в ходе становления институт консолидирует своих пользователей, потому что, хотя существуют определенные популяции, которые имеют потребность и задают как бы потенциальные требования к становлению института, тем не менее, в ходе становления института происходит консолидация этих пользователей, они сами структурируются, самоопределяются. И институт предполагает определенные способы решения стоящих перед ними проблем. Пятый пункт. Воспроизводство институтов предполагает их осознание, рефлексию их функций, миссии, схемы института. Вот этот момент тоже очень важный, потому что он стал ясен в последнее время, что каждый институт характеризуется своей схемой. Отношения с другими институтами, описание основных процедур пользователей и пользователей, выяснение отношений с другими институтами, претендующими на сходные функции. Я в предыдущие свои выступления говорил, что институт – это орган культуры, и я от этого не отказываюсь. Действительно, когда идет формирование института, то на самом деле складывается не один институт, а идет борьба за зоны влияния институциональные, происходит перераспределение функций между институтами. И в этом смысле мы можем говорить, что складываются сразу такие кортежи, как вот любит такое выражение Петр, кортежи институтов. Но из обсуждений вот совсем недавно доклада Веры Леонидовны стало понятно еще очень важная вещь одна, что институты связаны с определенным типом социальности.
Этот тип социальности, на мой взгляд, стал складываться, начиная с культуры древних царств, и он довольно успешно функционировал, ну, примерно до середины 20-го столетия. Но в настоящее время, следующее, складывается совершенно другой тип социальности, для которого, на мой взгляд, характерны системные, сетевые и полевые характеристики. И в рамках этого, в этом контексте мы можем говорить о становлении новых социальных институтов. И в этой связи необходимо различать процессы институциализации и процессы функционирования уже сложившегося института. А все характеристики традиционного института требуют переосмысления. Я приведу вот такой пример. Вот у Маканина есть очень интересный роман. Но он почти как бы не просто роман, а он списан с действительности, он «Осана» называется. Он там описывает войну в Чечне. И вот что интересно, что там происходило. Он показывает, что происходило с нашим институтом армии. А на самом деле там такие условия, что армия ничего не могла сделать. Когда она проводила по дорогам, горным дорогам транспорты, то эти транспорты боевики громили и так далее. И вот герой этого самого романа, майор, который занимается снабжением, он снабженец, у него в руках горючее. Вот что он делал, когда в это время как раз стали распространяться мобильники. Он стал мобильники раздавать населению и за счет установил такую сеть. А дальше он начал отношения установил. Он сказал, вот вам нужно горючее? Да, потому что без горючего война не может идти. Пожалуйста, я вам дам горючее, а вы пропустите такой-то маршрут. И дальше вот такая вещь. То есть есть сеть такая. И вот эта сеть позволяет функционировать институту армии, который без этой сети вообще функционировать не может. И худо-бедно этот институт функционирует. А без такой сети и без такого горизонтального сетевого воздействия вообще ничего не крутится. И дальше там описана совершенно потрясающая интересная история, как функционируют вот эти два института. Один – это институт армии, а другой – институт, значит, боевиков. И вот это самое, как живет все это население. И понять это можно только тогда, если мы действительно рассматриваем в качестве целого не отдельный институт, а сеть. Целое представляет собой сеть, а в нее встроены институты. И в то, что они встроены в эти институты, позволяют, получаются такие совершенно парадоксальные характеристики. Потому что, с одной стороны, вроде бы внешняя институциональная форма сохраняется. Она сохраняется, да, там приказы отдаются. А с другой стороны, есть подоснова сетевая, которая позволяет согласовывать институциональное функционирование сразу нескольких институтов, встроенных в эту сеть и так далее. Ну, это я просто привел иллюстрацию, а смысл вот какой. Смысл в том, что, на мой взгляд, мы должны иметь в виду не старые традиционные социальные институты, а именно новые социальные институты, которые только становятся, только складываются. И они складываются на совершенно другой подоснове. И это очень важный момент. И теперь следующий, последний. Как же можно понимать в связи с этим процесс институционализации методологического мышления? Здесь, на мой взгляд, три важные позиции. Во-первых, это процесс связан с формированием института прикладной методологии. Я уже говорил об этом институте прикладной методологии, противопоставляя институты прикладные институты как бы таким традиционным институтам. Так вот, институт прикладной методологии, на мой взгляд, должен специализироваться на интеллектуальной методологии, то есть на конституировании. Я специально говорю не описание, а конституирование, потому что оно включает и рефлексию, и описание, и конструирование. На конституирование образцов методологического мышления или кейсов, средств методологического мышления и дискурсов методологического мышления. То, о чем я говорил, когда я обсуждал интеллектуальную методологию. И мне кажется, что постепенно такой институт прикладной методологии складывается. Но только это нужно осознать и поставить на такую нормальную рабочую форму. Это первое. Второе. Если говорить о институциализации, то, мне кажется, должен быть
и осознанно совершен более решительный поворот к современной социальности. И в этом смысле должен осуществляться социальный поворот методологии, под которым я имею в виду подстроение методологии социальных наук. Подобно тому, как, мне кажется, была выстроена методология естественных наук, ну, худо-бедно я как-то выстраиваю методологию гуманитарных наук, точно так же должна быть развернута работа по выстраиванию методологии социальных наук. И если мы эту задачу не решим, но мы будем здесь, значит, проиграем опять, только не перестройку, а ситуацию. И последнее – это создание инфраструктуры методологического мышления. Семинары, издания, сайты, обучение, наставничество, я специально в прошлый раз об этом говорил, игры, чтение, конференции и так далее. Вот обратите внимание, первое и третье звено, они, в общем-то, формируются. Второе нет, второе – это еще там конь не валялся. Но вот эти три момента, мне кажется, и составляют содержание процесса институциализации методологического мышления. Благодарю за внимание. Спасибо. Вопросы, коллеги? Спасибо. Есть вопросы, Вера? Да, у меня один вопрос из интернета, из Екатеринбурга, опять-таки от Филиппыча. Вадим Маркович, в чем с вашей точки зрения необходимость и проблема развития институционализации? Наверное, имеется в виду все-таки институционализация методологии. Ну, я сказал, что, на мой взгляд, это проблема судьбы и дальнейшего развития методологии. Методология, конечно, может оставаться эзотерическим сообществом, но мне кажется, она уже сейчас не эзотерическое сообщество, а это массовое все-таки движение, это определенный тип культуры. Но если методология хочет быть более эффективной и более полезной в социальном смысле, то, конечно, институционализация необходима. И необходимо создание действительно института прикладной методологии и тех форм, о которых я говорил. Кстати, я вспоминаю, когда я познакомился с Георгием Петровичем, это было 59-60 год, он уже тогда говорил о необходимости построения института мышления. Ну, он имел в виду, конечно, дальше это получило как бы название методологического мышления. Спасибо. Да, пожалуйста. Вот на том слайде, где вы рассказали про методологию, один из первых слайдов, я почему-то сразу понял, что очень похоже на то, как об этом сейчас логики говорят, о логике. И буквально действительно через три слайда вы сказали, что таки да, надо содержательную логику восстанавливать как компоненту. И для меня это было очень странно, потому что казалось, что эта логика занимает прямо вот все пространство, а тут вы говорите как компоненту. А когда вы начали обсуждать институты, то вот это логическое немножко ушло, и появилось действительно что-то такое совсем нелогическое. Вот не могли бы вы прояснить, первое, чем вот это отличается от просто логиков? Да, потому все, что я они понял. Те же слова говорят. Да. Я сейчас как раз закончил книгу, но она еще, я только ее сдал в издательство, которая называется «Логика и методология». И что я там показываю? Я показываю, что уже Аристотеля, вот то, что он, что мы потом отнесли к логике, у него же на самом деле там было три совершенно разных линии. Одно дело – это то, что потом ушло в формальную логику, и дальше частично символическую логику. Другое дело, что уже во вторых аналитиках у него уже… Хотя у него программа была действительно свести все к теории силлогизма, но он уже сам показывает, что это невозможно, и что, по сути дела, целый ряд процедур мышления нам приходится описывать по образцам и на каких-то других понятиях. И вот здесь уже у Аристотеля, по сути, я бы сказал, были элементы содержательной логики. Потом мы имеем у Фрэнсиса Бэкона такую развернутую уже программу, связанную с построением содержательной логики, из которых стало понятно, что формальная логика ведь как действует? Мы можем, имея одни знания через систему преобразования действий с формы, получать умозаключение. А содержательная логика не может так действовать. Здесь нет вот таких процедур
которые позволяют, опираясь на определенные типы знаний, по формальным процедурам преобразования содержание слитого с формой, получать новые вещи. Здесь совершенно другие приемы, и я там их описываю. И, наконец, уже у Платона и Аристотеля мы видим зачатки методологии, по сути дела. То есть, например, программных заявлений, которые дальше требуется реализовать. Расщепление мышления на два слоя, на тот, который как бы проектирует и планирует мысль, и потом ее реализует. То есть, короче говоря, я стараюсь в этой книге показать, что есть три разные вещи. Это формальная логика, которая переходила потом в символическую логику. Это содержательная логика и методология. Вот если говорить просто пример, то вот, например, когда я анализировал как методолог, обратите внимание, методологические формы мышления и методологическую работу, то есть гуманитарную работу, то я ее описал в том числе как вариант такой логики, но содержательной. То есть можно было указать процедуры, контексты, приемы, которые характерны, именно выступают как нормы гуманитарного мышления, но они, конечно, строятся не так, как в обычной логике формальной. Понятно, но, к сожалению, это не отвечает на мой вопрос, потому что вы сказали ровно то же самое, что говорят современные логицисты. Там они себя иногда неологицисты называют, и я бы удивился, почему-то они слово методология не говорят, а вы говорите ровно то же самое, но слово методология произносите. Ну, вы понимаете, вы меня сейчас вовлекаете, это же целое, надо делать несколько докладов, чтобы вам показать различия этих вещей. Ну, конечно, это на пальцах не объясняется, я это понимаю. Вот я остаюсь тогда в недоумении, но вопрос есть. Ну, я вас отсылаю к будущей книге, где это будет довольно подробно все рассмотрено. У вас одна проблема, и у вас, и у Левенчука. Значит, я по-доброму очень говорю, вы не читатели, вы писатели. Пожалуйста. Но про логицистов-то я где-то вычитал. Ой, я же про них не написал. Толя, ты сам просто прочитал свой собственный текст предыдущей версии. Не да? свой. Пожалуйста. Вадим Маркович, а вот в том подходе, который вы изложили, что удержит методологию от того, чтобы рассыпаться на разные методологические там, школы или направления с разными концепциями мышления, с разным культурным опосредованием? Понятно. Да, и в общем... Сейчас, да, это, подожди, это что, не понял только начало. Что удержит? Что удержит в том смысле, что уничтожить это, чтобы оно наконец рассыпалось? Нет. Или как жалко, что рассыпется? Нет, меня позиция докладчика интересует. Да. Я отвечаю. Мне в этом смысле жалко, что рассыпется. На мой взгляд, здесь есть два разных процесса. Один процесс связан с традицией. Ну, худо-бедно, вот сколько я, например, не полемизируюсь с Георгием Петровичем, своим учителем, да, но я от него шел, я от него отталкиваюсь, и сколько бы я ни выламывался, грубо говоря, в другую позицию, я все равно сохраняю эту преемственность через традицию, через способы работы, через обучение, общение и так далее, и в этом смысле я очень четко осознаю, что я работаю в рамках той традиции, которая была задана Георгием Петровичем. Но это не означает, что то, что я делаю, полностью совпадает. Наоборот, я фиксирую, где я иду в другом направлении, с чем я не согласен и так далее. И в этом смысле я пишу, что я вот развиваю свой вариант методологии с гуманитарной и культурологической ориентацией. Я считаю, что это достаточно нормально, что методология должна существовать в форме нескольких, я не говорю бесконечно, нескольких направлений, потому что она сидит на людях, на определенных коллективах, сообществах и так далее, а они, конечно, разные, и поэтому здесь это неизбежно. Но мне кажется, что если мы корректно будем разворачивать свой институт, свою традицию, свою коммуникацию, мы будем доброжелательно друг к другу относиться, читать работы друг друга,
обсуждать их и полемизировать, то тут все будет в порядке. То есть будет соблюдаться, будет сохраняться преемственность в смысле методологической культуры в широком понимании. Я за методологическую культуру в широком понимании, которая включает в себя и вот такие линии исторической зависимости, да, обусловленности, и некоторые разные направления. Честно говоря, Федор, я не понял твой вопрос, потому что с моей точки зрения первое – рассыпется. Ну, конечно, рассыпется. Уже рассыпалось. И дальше будет рассыпаться. И слава богу. А есть какая-то группа активных участников этого рассыпания, которая претендует на пересборку целого? Да. Ну, вот я, например, претендую. Дальше весь вопрос только один. Это получится или не получится? Да, у кого-то получится, и у кого-то не получится. И на чем пересборка? Да, и в этом смысле мне странен твой вопрос. Я не очень его понимаю, из какой рамки ты это задаешь. Если ты претендуешь на пересборку, то это твоя позиция внутри этого, ну, так сказать, этого метеорита. Не знаю, то есть неизвестно, кто его расколол, но он уже раскололся. Пожалуйста, Жан. Вадим Загидуллин. Жан, Вадим Маркович, у меня вопрос к текущей ситуации. Да. И как бы, хотелось услышать вашу версию. В ответ на что? Вот, мне кажется, ситуация текущая, вот абсолютно как бы, актуальная ситуация СМД-методологии состоит в том, что методологи попали в несколько в нелепое положение. Нелепое положение. А именно, то, что было 30 лет назад, основные направления работы СМД-методологии, а также ну, как бы, идеологемы и лозунги, которые развивались тогда, было суперсовременным, супер как бы передовым, вдруг стало общим местом. Ценность развития суперсовременно, вдруг об этом стали говорить все и даже пытаться предлагать техники управления развитием. Про роль рефлексии в управлении и схематизации все. Ну дальше список можно продолжать, вплоть до методологии. И что? Сейчас. И в этом смысле, если сильно огрублять, то возникает такое впечатление, что сегодняшнее состояние СМД-методологии – это набор общих мест. Хотелось бы в этом смысле вопрос сейчас узнать. На ваш взгляд, Вадим Маркович, в сегодняшней ситуации интеллектуального разделения труда мирового, что такого СМД-методология может предложить уникального, адекватного, современного? Ну, вы понимаете, что на что ставку вы в своих работах делаете, например? Я ведь, как бы весь мой доклад был попыткой ответить на это. Это раз. Во-вторых, когда вы говорите… Я думал, ты скажешь, вся моя жизнь есть попытка ответить на этот вопрос. Что тут доклад? Что мелочиться-то? Ну, хорошо, и так. А насчет того, что общие места, так это вы знаете, я бы сказал, что для методолога это совсем не общие места. Наоборот, например, я-то считаю, что проблема развития сегодня предельно требует методологического осмысления и переосмысления. И этим занимаются уже многие, кстати, более экологично. Да. Чем сообщество. Поэтому, вопрос, когда я слушал доклад по поводу прошлого, будущего и настоящего, то мне это странно, потому что современная ситуация социальная как раз такова, что она вроде бы поставила под вопрос само понятие будущего. И мы как-то теперь живем без будущего. И не просто неопределенно, а просто без будущего живем. Значит, надо возвращаться ко всем нашим заявлением о развитии и так далее, и так далее. То есть как раз я вижу здесь материал для методологической мысли. Теперь, я различаю СМД-методологию и методологию, обратите внимание. Ведь я же не говорю о СМД-методологии. Я считаю, что методология – это есть определенное направление традиции, культуры мышления, внутри которого есть и СМД-методологии, но есть и другие вещи. Ну, например, я развиваю гуманитарную и культурологически ориентированную методологию. И хотя я использую ей представления из теории деятельности, но и другие. Поэтому, когда вы апеллируете к СМД-методологии, то, ну, я, может быть, с вами и соглашусь или нет, но меня это не волнует, потому что я по-другому работаю немножко, понимаете? А, спасибо. Что Филиппович нас спрашивает? У меня новые участники. Так, вопрос
от Елены. Она... Вадим Маркович, скажите, пожалуйста, различается ли для вас социализация и институционализация, и как именно? Социализация, институционализация. Ну, давайте так, я осторожно говорю. В этом докладе я этого не различал. В этом докладе я совершенно не различал. Как вы помните, я пользовался термином «социальность». Мне кажется, вообще вот очень важно сегодня начать обсуждение вот того, что такое социальность. Это все, это представление все больше и больше начинает использоваться, и все шире начинает использоваться. И вот я говорил, например, что из, как раз из обсуждения вашего доклада мы поняли, что сами институты связаны с определенным типом социальности, а он сейчас меняется. Вот это важно обсуждать. А проблемы социализации я вообще не обсуждал. И еще один вопрос от Богнера. И, как я понимаю, он не прицельно вам, а, наверное, нескольким уже докладчикам. А задумывались ли вы, если да, то как вы представляете, механизм взаимодействия и взаимопользования институтов и сетей? Так я как раз и поставлю этот вопрос, что вот это требует как раз сегодня очень тщательного изучения. Я только ставлю этот вопрос. Я думаю, что если мы в следующем году начнем это обсуждать, было бы очень здорово. Хорошо. Три крайних вопроса обсуждения. Раз, два, три. Все. Паш, ну хорошо, тебе можно, да. Да, Андрей. А скажите, пожалуйста, Вадим Маркович, вы сказали о наличии методологического движения. Ну, а потом выяснили о том, что существуют разные группы, разные центры. Так это и есть характеристика движения. Да. Вот, ну, а вопрос в том, а кто является союзниками методологического движения, и в этом смысле возможно ли совместное строительство институтов? И меня интересует такой институт, как лайфстайл-корпорация или досуговая корпорация. Спасибо. Вы знаете, я затрудняюсь на этот вопрос ответить по двум причинам. Во-первых, если говорить сейчас союзников… Союзниками методологического движения являются представители системного движения, да, игрового движения. Но с ними надо еще договориться. Надо встретиться. Или Винчук. Или Винчук. Что надо еще с ними встретиться. Вот когда мы с ними встретимся, когда мы организуем это событие, вот тогда они станут нашими союзниками. А пока они только потенциальные наши союзники. Спасибо. Прошу. Вадим Маркович, Чумаков, Санкт-Петербург. Скажите, если говорить о типах мышления, можно выделить социальный тип мышления? Это первый вопрос. И второй, вот говоря о социальном повороте методологии, находясь в деятельности традиции, вы будете этим заниматься? Я бы не стал так. Дело в том, что я как раз анализировал типы научного мышления. Вот там совершенно четко я могу сказать, есть научное мышление, есть гуманитарное мышление, то есть специфика у них у каждого. Есть социально-научное, то есть в социальных науках тоже есть своя специфика мышления. А вот как вы ставите вопрос, это надо подумать просто. Мне кажется, что странно очень. Да. Вадим Маркович, вопрос мировоззренческий на позицию. Ой-ой-ой. Вот. Если... Мы уже испугались. Если... Задрожали. Если, да. В институте прикладной методологии живая работа. И есть ли живая такая же работа, о которой вы говорили, в институте церкви? Все. Насчет института церкви я не могу вам сказать, я не принадлежу к церкви. Вот. А насчет, ну, я считаю, что всякая работа, даже когда она в рамках построения института, становления, она должна быть живой. Мне кажется. Тогда в таком случае вы сами себе противоречите, нет, вы же сказали. Нет, это что в же... другом смысле я сейчас употребляю, когда я так говорю. Это же не в оппозиции живая работа и технологизированные описания. И... Ну, короче, занялся прикладной работой, все равно живи. Конечно. Да. Все ну, равно так, ты как, должен улыбайся. Жить этим, отдавать все свои силы, тогда, переживать. Тогда я отвечу про институт церкви и скажу, что там не только надо. Есть живая работа, но и есть даже догматизация. Люба, но вы уже нарушаете правила. Вы сами задали себе вопрос, сами теперь на него собираетесь нам ответить. Это уже какая-то другая форма. Пожалуйста, можно. От Филипповича можно. Нет, от Саши Попова на этот раз. Можно ли обсуждать, если да, то как вы себе представляете, исторический хронотоп институционализации? Конечно, безусловно. 300 лет. Пожалуйста. Вадим Маркович, вопрос на понимание. С него начну.
Скажите, пожалуйста, по вашему разумению, мыследеятельность методологическая в принципе не институционализируема в привычных или в непривычных институтах? Я уже стал разводить, поскольку вы ввели традиционный и нетрадиционный институт. А я отвечу так, я по-другому отвечу. Но как она существовала до сих пор, то да. А если реализовать ту программу, о которой я говорил, то она может быть институционализирована в рамках прикладной методологии. То есть прикладной... в этом смысле развилка, которая в вашем докладе, да, если я правильно понимаю, состоит в том, что либо мы продолжаем заниматься инструментализацией мышления и технологизацией в скобках, либо мы осваиваем новые институты социальные, и тогда возникает шанс, что, может быть, она, я имею в виду методологическая мыследеятельность, институциализируется. Нет, а почему либо? И то надо делать. Я не понимаю, почему либо. Спасибо. Спасибо большое, Вадим Маркович. И, наконец, мы переходим к крайнему докладу. Слава Марача. «Пространство институционализации методологического мышления». Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу вас поздравить с двойным праздником, с Днем Защитника Отечества и Днем рождения нашего учителя, вот, а также досидевших до этого доклада с тем, что раз досидели, то у нас есть небольшие шансы на институционализацию методологического мышления. Вот, значит, я заранее прошу прощения, что у меня достаточно сложный доклад, его при этом придется вот слушать в таких отягчающих обстоятельствах, когда все уже устали. Вот, для упрощения дела, значит, я вначале вот в течение 30 секунд расскажу краткий сюжет. Значит, сюжет будет заключаться в том, что вначале я введу одну единственную схему, которая будет для моего дальнейшего движения оргдеятельностной. Она называется «Схема процесса институционализации мышления». Значит, потом будет маленькая вставочка, значит, в виде полемики с Вадимом Марковичем Розиным, который только что выступал. А дальше я уже, собственно, постараюсь использовать эту схему как оргдеятельностную и пройти по ней настолько, насколько возможно. Ну, а, так сказать, кончается прохождение по схеме всегда одним и тем же, значит, упираешься в проблемы. Вот. Ну, в конце я сформулирую те проблемы, которые мы пока не можем решить. Ну, и еще в самом конце сделаю несколько экспертных суждений по поводу того, как происходит сейчас, ну как вот намечается институционализация методологического мышления, в каких областях. Вот. Ну а теперь я, собственно, как бы двинусь. Вначале пояснение замысла доклада и названия, вот почему пространство институционализации методологического мышления. Ну, я сюжет уже пояснил, что он будет построен на разворачивании схемы. Так вот, по отношению к данной схеме, пространство – это то, в чем разворачивается схема. Ну и кроме того, вот с категориальной точки зрения понятие пространства, оно позволяет совместно удерживать две категориальных связки, важных для обсуждения институционализации. Это пространство тела для института как социокультурного тела, но это традиция, которая с Дюргейма идет, рассматривать институты как такие, ну, тела, как бы аналог социальной вещи. И вторая связка – это пространство положения движения для методологии как интеллектуального движения и традиции. Вот. Ну, теперь, собственно говоря, значит, схема. Вот. Вначале я эту схему задам процессуально, в виде, значит, семи фаз становления института. А потом еще, значит, попробую дать комментарии, как это переформулируется структурно. Значит, первая фаза – это формулирование проблем и вызовов. Ну, про это уже и Вадим Маркович говорил, и, значит, ряд других выступавших. Вторая фаза – это полагание идеи нового института мышления в качестве направляющей или рамочной и ценностной
идеи. Ну, те, кто знают мою схему состава института, вот там, значит, в качестве одного из системообразующих моментов фигурирует вот такая институциональная идея с рамочным и ценностным статусом, ну и к институтам мышления это тоже применимо в полной мере. Третья фаза – это определение системы принципов данного типа мышления, которое будет поддерживать новый институт. Ну, естественно, как бы система принципов должна быть разворачиванием идеи. Четвертая фаза – создание базовых схем данного типа мышления, которые кладутся в основу нового института. Пятый шаг, вот он такой очень нетривиальный, это задание институциональных конструкций на основе базовых схем. Ну вот если обращаться опять-таки к схеме состава института, то институциональная конструкция – это система формальных мест и процедур института в связке с институциональной идеей. Значит, о связи схемы институциональных конструкций говорил и Вадим Маркович о связи схем и институтов, но тут важно понимать, что все-таки схема и институт – это не одно и то же. Вот, ну, кто, так сказать, немножко знаком с юриспруденцией, вот представьте себе юридические конструкции римского права. Вот, например, там, конструкция сделки купли-продажи, ну или там любая другая юридическая конструкция. С одной стороны, значит, это есть схема определенная, но с другой стороны, так сказать, эта схема уже, так сказать, опущена на социальные отношения и, так сказать, там задано взаимодействие между определенными социальными ролями, которые превращаются, ну, в такие вот, ну, как бы формальные места. И в этом вот суть конструкции. Ну и вот в этом смысле как раз вот конструкции институтов задаются схемами. Вот сегодня на утреннем коллоквиуме там упоминали Европейский Союз с его проблемами. Вот во многом проблемы Европейского Союза как раз обусловлены тем, что там вот эта вот конститутивная конструкция неправильная. Там вот институциональная конструкция государства описывается конституцией, ну вот чтобы было понятно, что такое конструкции. Значит, шестая фаза схемы процесса институционализации – это формирование конкретного набора институтов, обеспечивающих воспроизводство данного типа мышления, и институциональной инфраструктуры, необходимой для вписывания и стыковки этих институтов с общим институциональным порядком. Ну вот, некоторые элементы институциональной инфраструктуры, они перечислялись в докладе Вадима Марковича Розина, а вот как раз в чем как бы сами институты методологического мышления, вот это вот как бы пока непонятно. И, наконец, значит, седьмая фаза – это рефлексивное замыкание набора институтов, обеспечивающих воспроизводство данного типа мышления и необходимой институциональной инфраструктуры в самостоятельную интеллектуальную сферу, как метаинститут. То есть это, вот, собственно говоря, такое логическое завершение процесса институционализации мышления, то есть то, во что это собирается. Вот. Но, значит, я сразу должен сделать оговорку, что вот когда мы так вот это процессуально трактуем последовательно, это, ну, такая вот как бы процессуальная такая гегельянская трактовка, ну вот как у Гегеля там абсолютный дух, он разворачивается от идеи там через категории, вот, и так далее. Вот. А, значит, в духе методологии московского методологического кружка была бы более правомерна структурно-пространственная трактовка той же самой, значит, процессуальной схемы. И вот когда методологов в 50-е годы в шутку называли диалектическими станковистами, то говорили, что вот они там пытаются диалектические рассуждения изображать в виде, значит, пространственных, в виде или там структурных схем. Вот. Ну и в этом смысле вот, значит,
структурно-пространственная схема, вот как изображено на этом рисунке, она обычно стягивает несколько линий. Значит, ну, в данном случае это процессы изменения и развития, значит, это разворачивание системного мышления и, значит, рефлексивная самоорганизация. Вот, вот процессы изменения и развития – это как раз такая вот в методологии линия гегельянская, которая всегда присутствовала. Системное мышление, ну это вот системное мышление, оно так, это так и есть, но это такая, так сказать, вот и, так сказать, научная такая вот собственная составляющая методологии, ее собственный системный язык, вот, а значит рефлексивная самоорганизация, это идет от фихтеанства, вот, рефлексивное осознание «я». Вот. Ну и естественно, это сам сказать, естественно, схема это может стягивать до поры до времени, так сказать, пока процессы не разойдутся, а так сказать, тогда произойдет проблематизация, и нужно будет вот, рисовать новую схему. Вот. Значит, ну вот, честно говоря, значит, вот, у меня не хватает графических способностей, чтобы вот эти вот 7 фаз становления института перерисовать в пространственную схему, а поэтому вот я рисунка вам не предъявляю, значит, а просто, значит, ограничиваюсь таким вот методологическим пояснением, ну и еще вот, значит, одной аналогией. Вот, значит, если мы возьмем, например, значит, основные категории юридического мышления, то, значит, если мы посмотрим по гегелевской философии права, то у нас, значит, там идея права, вот, значит, разворачивается через систему правовых норм, значит, и опредмечивается в социальных отношениях, реализующих эти нормы, то есть опять-таки как линейный процесс. А с помощью пространственных схем мы можем, значит, изобразить вот эти отношения структурно, вот, и тогда у нас получится уже такой вот конфигуратор, значит, трех основных категорий, значит, норм, правоотношений и правосознания, которое апеллирует к идее, так сказать. И тогда вот в эту схему уже, так сказать, не обязательно входить с первой фазы, а в нее можно входить уже с любой точки. То есть, например, если у нас где-то есть разрыв, то мы вот прямо можем с этого места и начинать анализировать. Вот, значит, теперь вот та схема, значит, из 7 фаз, которая была изложена, так сказать, она может быть реализована лишь при определенных условиях. Ну и, собственно, вот на наших семинарах как раз Вадим Маркович Розин выявил 4 социокультурных условия, значит, становление института. Ну, в данном случае, как бы, вот для меня институционализация и становление института – это более или менее тождественно. Значит, первое условие – это признание социокультурной значимости проблемы вызовов. Ну, как бы, так сказать, не всегда же на проблемы и вызовы обращают внимание, как бы, иногда их игнорируют, а вот в данном случае… Чтобы становление института произошло, так сказать, нужно, чтобы значимость признали. Второе – это наличие социальных групп, заинтересованных в воспроизводстве нового института, ну там как минимум пользователей и тех, кто может составить новое сообщество мыслящих как, значит, антропологическую основу этого института и что составит в сумме интеллектуальное движение. Вот, ну, в методологии вроде как такое есть. Третье условие – это возможность вписать новые институты в общий институциональный порядок. И, наконец, четвертое – это соответствие новых институтов и формирующейся интеллектуальной сферы базовым культурным сценарием социума. Ну, или, так сказать, если языком схемы состава института, это наличие духовных опор и возможность формирование интеллектуальной традиции. Теперь, вот, если мы хотим продвигаться по этой схеме, то как бы, какие мы уже имеем наработки, вот, каков наш
интеллектуальный арсенал. Значит, ну, во-первых, сама проблема институционализации мышления, она сформулирована и осознана ее значимость. И эта проблема сформулирована как необходимость соединения социокультурного и эпистемологического планов разворачивания мышления. А, значит, вторая группа наработок – это методологические представления об институтах. Ну, целый ряд представлений, значит, сегодня прозвучали, значит, потом вот ваш покорный слуга разработал ряд схем институционального подхода и, значит, обсуждал их связь с мышлением, так сказать, ну и другие вот, значит, наработки в плане методологических представлений. Значит, третья группа наработок – это построение схемы и выявление социокультурных условий становления нового института. Это то, как раз, что прозвучало на двух предыдущих слайдах. Четвертая группа наработок – анализ кейсов институционализации различных типов мышления, на которые мы можем, значит, опираться как на образцы институционализации мышления. Это вот то, что у нас на чтениях 2011 года было. Значит, дальше вот пятая группа наработок – это то, чем мы на семинарах занимались, значит, анализ истории методологических представлений об институтах и их связи с дисциплинарными представлениями, опять же таки, об институтах. Ну вот там то, что мы говорим в методологическом плане, а как это соотносится с тем, что мыслят про институты там социологи или правоведы, или там культуроантропологи. Вот, например, у Бронислава Малиновского там еще в конце 30-х годов была своя схема института для первобытных культур. Ну, довольно любопытно, как это все соотносится. Вот. Ну и, значит, вот шестым пунктом я написал институциональный конструктор Владимира Воловика, вот, который только что прозвучал, тоже, на мой взгляд, достаточно важно. В то же время, так сказать, уже вот, ну, анализируя, так сказать, предыдущие чтения, вот, благо я занимался редактированием сборника, вот, виден и, значит, ряд проблем, которые возникли в процессе осмысления вот этого проблемно-тематического поля институционализации мышления. Во-первых, ну, правда, вот к сегодняшнему дню, наверное, это в меньшей мере относится, но вот то, что на предыдущих чтениях звучало, значит, это вот почему-то все время мышление сводится к деятельности. Вот в докладе Виталия Дубровского это было, значит, на чтениях прошлого года у Вадима Марковича, ну вот не в сегодняшнем его докладе, а в прошлогоднем. Значит, похожая вещь это у Николая Сергеевича Розова, значит, это сведение мышления к решению задач. Вот. Дальше, значит, чисто организационная трактовка институтов, то есть, значит, сведение институтов к организациям. Вот. И, значит, еще вот такая, значит, важная проблема, как склейка институционализации и технологизации мышления, что приводит, значит, к постановке первого в прямую зависимость от второго. То есть получается, что как бы, если мы технологизировать что-то не можем, то мы и институционализировать не можем. Или как вот в случае доклада Переслегина, это сведение института к воспроизводству формата. Очень интересное понятие было введено в прошлом году Переслегиным, значит, понятие формата мышления. Вот. Но при этом формат, ну тут, наверное, может быть, и там программисты сидят, и вот, специалисты в смежных дисциплинах. Формат – это явно слово из технологического языка, а не из институционального. Вот. И для того, чтобы институт получился, там помимо воспроизводства формата, как бы нужны еще как минимум два элемента, о которых я дальше скажу. Вот. Значит, теперь уже, ну вот, как бы, так
та конструкция или базовая схема института мышления, вот, на которую буду я опираться при обсуждении институционализации методологического мышления. Значит, в начале как бы основания ее. Она опирается на представление, во-первых, о коллективном характере мышления, и, во-вторых, на представление об институциональном опосредовании как механизме разворачивания коллективного мышления, инкорпорируемом в организацию самого процесса мышления. То есть это очень важно, что институциональный механизм – это не просто внешние условия осуществления мышления, но, как бы, так сказать, институциональный механизм встраивается в сам процесс разворачивания мышления. Ну вот как я это пытался показывать в позапрошлом году, когда делал доклад про суд как институт мышления. Вот. И, соответственно, институты мышления необходимо отличать от всех прочих, значит, социокультурных институтов, там государственных, общественных, политических, экономических и прочих, вот именно по вот этому основанию, что институциональный механизм инкорпорируется в сам процесс мышления. А как это происходит? Значит, вот схема, которую я докладывал в прошлом году, значит, там она показывалась на материале Института суда, но сама схема носит общий и принципиальный характер, задавая институт мышления как связку процедуры и логики. Значит, ну и внизу здесь нарисованы, ну, кстати, вот по похожему принципу устроена была сегодня схема у Федора Александрова. Значит, внизу две ситуации, значит, исходная ситуация, которую нужно сдвинуть, и, ну, как бы сдвинуть с мертвой точки, и ситуация штрих, которая получилась в результате цикла институционального опосредования. Вот. А в самом институциональном опосредовании, вот, то, что я называю институтом мышления, обведено пунктиром, значит, там два уровня. Процедурный уровень, который работает с ситуациями, значит, и логический уровень, который, так сказать, нормативным образом работает уже со знаковыми формами. Как бы, и вот суть института мышления заключается в том, что вот эти вот две вещи, они должны быть сопряжены друг с другом, ну вот как, например, в теории судебных доказательств. Судебные доказательства – это не просто аристотелевская логика, а это аристотелевская логика, поставленная в соответствие с определенными юридическими процедурами. И если у нас, например, какие-то доказательства являются запрещенными законом, то даже если они истинны, но в суде они не работают, ну и так далее. Значит, ну вот просто тут видно, значит, на пространстве суда, вот, значит, нормативные процедуры, они работают в слое событий и свидетельств, значит, и в слое суждений и интерпретаций, где происходит судоговорение по, значит, определенной строго прописанной процедуре. Вот. А, значит, вот в слое квалификации и обоснований, вот, где, собственно говоря, выносятся там вердикты, приговоры и так далее, значит, там уже, как бы, в рамках этих процедур уже выносится логическое умозаключение, там подведение под определенное понятие происходит, под норму и так далее. То есть, ну вот, как бы, вот он сам общий принцип институционального опосредования, который реализован в схеме института мышления. А вот эта схема институционального опосредования, она построена по аналогии с развернутой схемой атрибутивного знания. Вот. Но только, значит, вот, логика здесь, значит, заменяется в общей схеме институционального опосредования, значит, логические операции со знаками заменяются на нормативную процедуру, а в схеме, значит, института мышления там фигурирует и то, и другое. То есть фигурируют и процедуры, и, значит, логические операции. Значит, ну вот теперь, так сказать, как бы задав свои исходные представления, значит, я хотел немножко, значит, поспорить с Вадимом Марковичем. Значит, первая линия оппозиции, она связана с тем, что, с моей точки зрения, значит, институты, они не только социальные, вот, а они социокультурные, то есть они представляют собой такую, значит, социокультурную телесность
мышления. Вот, значит, и в этом смысле они в себя, вот, в себя включают не только социальные условия, но и, значит, мышление как элемент культуры. Значит, во-вторых, мышление для меня принципиально коллективное. Ну и в-третьих, значит, вот, как я уже говорил, механизмом разворачивания коллективного мышления становится институциональное опосредование, которое инкорпорируется в организацию самого процесса мышления. Значит, а вторая линия позиции, значит, заключается в различии ответов на вопрос о том, может ли методология быть институционализирована. Вот, значит, ну и хотя Вадим Маркович тут, значит, как я понял, несколько смягчил свою позицию в ответе на вопросы, вот, но мне кажется, что тут нужно разбираться вот с различным пониманием соотношения институционализации, технологизации и креативности мышления. Вот, вот, на мой взгляд, вот технологизация, она действительно убивает креативность. А вот что касается институционализации, то, значит, институционализация может включать в себя и неформальные нормы, и иные механизмы креативности, воспроизводящиеся за счет культивирования в сообществе, межличностного общения, передачи традиции и так далее. Вот. Ну и в этом смысле как бы никто нам не запрещает вот эти механизмы институционализировать. Хотя вот как бы формализовать и технологизировать их вряд ли возможно. Значит, ну а теперь я перехожу, собственно, к тому, что мы институционализируем. Вот, значит, схема нам, начинаю идти по схеме, значит, схема нам предписывает начать с проблемы вызовов и потом, значит, с идей, которые отвечают на эти вызовы. Значит, ну вот Вадим Маркович Розин в своем докладе свою версию вызовов изложил, значит, там у него было 4 вызова. Вот. Я, в принципе, это самое сказать, я, в принципе, тут, ну, вполне как бы солидарен, хотя все-таки вот хотел бы выделить главный вызов, наиболее сущностный, вот, на который не отвечает существующая система институтов мышления, почему нам, собственно, и приходится новый придумывать, потому что, ну, было все хорошо, а зачем тогда новый, кому он нужен. Значит, вызов заключается в том, что, как говорил Георгий Петрович, мы приходим к ситуации, реально угрожающей целостности человеческой мыследеятельности. Ну и, значит, ответ на этот вызов, ответ методологии, заключается в идее формирования и развития методологического мышления как новой универсальной формы мышления, осуществляющей рефлексивное управление развитием мышления других типов. Ну вот про универсальность мышления сегодня и Федор Александров говорил, но вот я уже как бы пытаюсь дать конкретную трактовку этой универсальности. Она заключается в рефлексивном управлении развитием мышления других типов. Ну, причем вот именно управлением развития. Вот все как на плакате написано. Вот, значит, дальше вот эта идея разворачивается в систему принципов. Вот, ну, я это достаточно подробно пояснял в опубликованных работах, сейчас не имею на это просто времени. Значит, с моей точки зрения, вот этих основных принципов два. Первый принцип – это практическое отношение мышления к миру, ну, которое для краткости я называю аристотелевским термином «френезис», что означает «практическое знание». Вот. Это выражается в антинатурализме, методологическом повороте мышления и деятельностном подходе. А второй принцип – это практическое отношение мышления к самому себе, что можно назвать метафренезис. И, значит, это подразумевает двухплоскостную организацию и рефлексивную самоорганизацию методологического мышления,
значит, откуда и возникают такие требования, как рефлексия способа мышления и форм его организации, ну а значит, в контексте практического отношения мышления к самому себе, вот рефлексия средств, она приводит к принципу рефлексивной самоорганизации, реализация которого и позволяет методологическому мышлению осуществлять рефлексивное управление развитием мышления других типов. Значит, ну и именно вот эти нормативные принципы, сворачивая основные характеристики методологического мышления, определяют его отличительные черты от других типов мышления, как со сложившимися нормами, там, скажем, от философского и юридического мышления, мышления в точных науках и инженерии, в классической описательной гуманитаристике и так далее, так и от тех типов мышления, где такие нормы только формируются. Например, там, проектное, управленческое, социально-инженерное, экологическое мышление и так далее. Вот. Ну и, значит, если дальше двигаться по, значит, схеме процесса институционализации, то от принципов мы должны перейти к, значит, институциональной конструкции методологического мышления. Вот здесь уже начинаются проблемы. Ну, на мой взгляд, вот в прошлом году достаточно удачно это выразил Переслегин, когда сказал, что методологическое мышление, ввиду его высокой рефлексивности, пока не имеет собственного устойчивого воспроизводящегося формата. Вот. Готового ответа у меня нет, значит, я могу говорить только о направлении решения этой проблемы. Оно, на мой взгляд, заключается в синтезе рефлексивного и институционального подходов. Ну и, значит, некоторые такие, как это, наметки или, так сказать, там опоры, строительные леса к такой конструкции можно указать. Ну вот, в частности, этот момент уже Вера Данилова обсуждала в прошлом году, значит, это тройственность нормативной конструкции института мышления. Вот. Ну, это то, за что я критиковал Переслегина, что вот он не учел два других элемента. Значит, первый элемент – это технологические нормы, то есть воспроизводство формата мышления или метода в узком смысле этого слова. А, значит, второй тип норм – это нормы социальной организации, то есть воспроизводство мыслящего сообщества. И третий тип норм – это антропологические нормы, то есть воспроизводство мыслящего человека или мыслителя. Причем это вот эта тройственность конструкции института мышления очень четко соответствует, значит, ну, образцу, который задал Фрэнсис Бэкон, когда формулировал замысел построения, значит, новой науки как института мышления. У него тоже получалось три компоненты. Значит, метод в узком смысле слова, то есть оперирование какими-то средствами, процедурами и способами. Второй элемент – социальная организация в виде того, что Бэкон называл научным орденом. Потом говорили о невидимом колледже, республике ученых и так далее. И, наконец, значит, антропологическая составляющая – это так называемые принципы научной аскезы, что ученый должен думать не о себе, а об истине, выносить себя за скобки, вот, и так далее. Вот, значит, к чему приводит такая конструкция, если мы ее, значит, сможем построить? Вот, как бы, форму результата, на мой взгляд, тоже можно уже примерно обрисовать. Значит, я это называю методологическое мышление как метаинститут. Значит, учитывая идею универсальности методологического мышления и все вышесказанное, значит, про рефлексивное управление, значит, результатом институционализации методологического мышления должно стать формирование метаинститута, находящегося в отношении рефлексивного управления к институтам мышления других типов. То есть мы, как бы, отношение рефлексивного управления переносим с мышлений на институты.
Значит, и основой подобного рефлексивного управления должна стать, и здесь я, значит, солидарен с Вадимом Марковичем, прикладная методология, выступающая, но мы уже функциональное назначение можем указать, выступающая рефлексивным механизмом трансформации институтов мышления других типов. Значит, вот как бы вот эта вот институциональная трансформация мышления других типов, она может быть основана на институциональном переосмыслении идеи распредмечивания. Ну, что такое, так сказать, распредмечивание в эпистемологическом смысле, мы все знаем, как бы и неоднократно, и там на играх этим занимались, и в таких, ну, как бы, проблематизирующих теоретических работах. Вот, значит, при институциональном переосмыслении, как бы, суть остается той же самой. Это выделение и проблематизация оснований. Значит, при этом используется то, что в основе институциональных конструкций лежат базовые схемы, принципы и идеи, с которыми методология может оперировать не только в социально-предмечном, но и в чистом виде, освобождая их от прежней институциональной формы и перезапуская процесс институционализации. Ну а если мы, так сказать, имеем схему процесса институционализации, причем схему структурно-пространственную, то мы тогда, ну как бы теоретически, я на принципиальном уровне сейчас говорю, мы эту схему можем перезапускать с любой точки. Ну, пока это все в статусе гипотезы, конечно, поскольку, значит, до конца этого никто не проделывал ни разу. Значит, ну и вот, значит, завершаю я, как и обещал, значит, нерешенными вопросами проблемного характера. Первый вопрос. Каковы состав и конфигурация институционального каркаса, то есть набора основных институтов и институциональной инфраструктуры методологического мышления? Второй вопрос. Каким образом данный каркас и инфраструктура будут вписываться во внешний институциональный порядок или состыковываться с ним? Третий вопрос. Возможно ли рефлексивное замыкание метаинститута методологии в самостоятельную интеллектуальную сферу? Вот там, когда философия объявляла себя царицей наук, при этом, ну, как бы вот, неизвестно, была ли она царицей наук на самом деле, но, по крайней мере, так сказать, в том, что она была самостоятельной такой суверенной интеллектуальной сферой, никто не сомневался. А вот может ли такой интеллектуальной сферой стать методология? Ну и четвертый вопрос, самый, может быть, тут интересный в практическом плане. В каких институциональных формах будет практиковать методология будущего? Ну, раз уж мы про прикладную методологию говорим, то про это нельзя не спросить. Вот. Ну и вот здесь, значит, несколько экспертных суждений про, значит, вот, возможные точки стыковки методологического мышления и практики, в которых запускаются процессы институционализации. Причем вот это вот суждение, оно вот чисто экспертное, оно не следует из схемы, а это вот, ну, то, что я просто наблюдаю уже сейчас, ну, как живой участник или свидетель. Значит, это, причем это не, я сейчас не про организационные формы буду говорить, там, про ОДИ там, или экспертизы там, или стратегические сессии, а именно про, так сказать, такие, ну, содержательные проблемные зоны. Значит, во-первых, это модерация политических и общественных процессов. Вот в докладе Самарцева и Бочкарева это отчасти фигурировало, когда они рассказывали, вот как они там создают целые социальные сообщества. Был пример вот у Христенко любопытный, когда он рассказывал, значит, как он создал и возглавил комиссию по разработке концепции развития города, но это вот фактически и есть модерация общественных процессов. Вот. Вторая область, вот, смотрю на Левенчука, стандартизация и технологизация сложных систем. Ну, в первую очередь имеются в виду нетехнические системы.
Третья область, ну, о которой сегодня тоже достаточно много говорили, значит, и на утреннем круглом столе, значит, и на втором коллоквиуме, это стратегирование развития сложных средних и крупномасштабных систем. Ну, как бы, так сказать, средний масштаб – это там, начиная с корпораций, отраслей, регионов, ну а дальше уже там, так сказать, макрорегиональный масштаб, страновой, там, наднациональный, глобальный и так далее. Значит, четвертая зона – это вот я подслушал уже у меня изначально, вот когда я сегодня готовился к докладу, у меня три пункта было, а сегодня вот на круглом столе подслушал еще две зоны таких интересных. Это интеграционные процессы в тех же самых сложных средне- и крупномасштабных системах. И пятая зона – это рефлексия и трансляция опыта уникальных управленческих практик. Вот. Ну вот, на мой взгляд, это как бы те зоны, в которых будут разворачиваться процессы, на которые можно попытаться посадить процесс институционализации прикладной методологии, которая создаст, ну, такие как бы воспроизводящиеся ситуации практикования методологического мышления. Спасибо. Коллеги, вопросы? Пожалуйста. Слава, я не совсем понял. В микрофон. Я не совсем понял, когда ты говоришь о процедурах и логических операциях, это про… Да, вот, можно вернуться? Это то, что лежит в основании института мышления. Правильно я тебя понимаю? Да. Тогда у меня следующий момент. Мне кажется, очень важный такой комментарий. Наверное, не случайно у тебя… Доклад назывался «Методологическое мышление», а точнее название «Методологическое мышление», а здесь про мышление. Ведь если опять же вспомнить про самое начало истории ММК, там тоже говорилось о процедурах и логических операциях по отношению к формальной логике. Но это были особые логические процедуры и операции, которые потом были проблематизированы. То есть само представление о том, что мышление можно взять за счет логических операций, процедур было проблематизировано. То есть здесь очень важный момент, когда идет центрация на этом. Это про что? Это как основание дальнейшей работы или это полагание, что вот это есть процедуры и логические операции, без всякого контекста, в котором они начинают пребывать? Ну, почему? Почему без контекста? Как раз контекстом. Контекст задается представлениями о семиотическом и институциональном опосредовании и, так сказать, их связке в представлении об институте мышления. Значит, вот по отношению к тем логическим операциям, которые обсуждались в работах конца 50-х годов, значит, здесь есть отличие. Значит, если те логические операции, значит, они относились там к схемам знакового замещения, и внизу там объект стоял, вот, то, значит, в схемах… Не, объективное содержание, не объект. Объект стоял. Объект, который замещался знаковой формой, над знаковой формой осуществлялись логические операции и потом, значит, обратное отнесение. Вот. А значит, в схемах института там, значит, не объекты, там ситуации. То есть тут совсем, значит, другая вещь. И, значит, кроме того, это, сам сказать, кроме того, это еще, значит, есть промежуточный слой нормативных процедур. Спасибо. Прошу, Андрей. Скажите, пожалуйста, у Бориса Ивановича Пугинского в его книге «Теория и практика договорной работы» есть ссылки на работы Георгия Петровича Щедровицкого. В этом смысле вы могли бы отнестись к такому пространству институализации методологического мышления как торговый кодекс? Спасибо.
торговый кодекс. Ну, к сожалению, это самое сказать, к сожалению, я вот с предметной областью не знаком, поэтому вот буквально отнестись не могу, так сказать, хотя вот кодификация как тип работы, я думаю, что имеет серьезную методологическую составляющую. Так мы тебя можем потерять. Ты углубишься в торговый кодекс и все. Так, еще есть вопросы, коллеги? Замечания? Да, прошу, Максим. Только к микрофончику. Вячеслав, я, может быть, проспал тут все, но к последнему докладу у меня возникло ощущение, что в докладах выступающие не всегда различают мышление, методологическое мышление и мыследеятельность, как мы понимаем, ну, ту мыследеятельность, которую мы с большой буквы называем мышлением. Поэтому, ну, у меня с одной стороны вопрос, как вы это все различаете, а с другой стороны есть суждение, если хотите, я его выскажу. Ну, может, вы сразу высказываете суждение, тогда, наверное, легче будет. Ну, в общем, суждение заключается в том, что без помещения, значит, тех категорий, о которых мы говорим, мышление, методологическое мышление, внутрь того понятия, которое есть в СМД-подходе, мыследеятельность, мы, в принципе, не сможем дальше обсуждать институционализацию мышления. Значит, и если мы не будем использовать язык СМД-подхода, который был создан в конце 20 века, мы будем продолжать разговаривать в языке 19 и начала 20, и в принципе никаких новых средств для того, чтобы обсуждать институционализацию мыследеятельности, мы не приобретем. Спасибо. Спасибо. Ну, как бы очень коротко мое отношение. Значит, я против того, чтобы использовать какой-либо наперед заданный язык к проблематике институционализации. Вот там я пытался показать тут в ряде критических замечаний, к чему может привести неосторожное использование языка деятельностного подхода. Вот. Ну, что касается мысли деятельностного подхода, то тут у меня есть как бы те же опасения, хотя при этом вот соотношение, а может быть даже и конфигурирование, вот, его надо обсуждать. Вот, но как бы то, что это сам сказать, то, что для меня вот, мыследеятельностный подход, ну, по крайней мере, вот, в существующем виде не накрывает проблематику институционализации, вот, это как бы совершенно однозначно, ну, потому что это сам сказать, потому что вот в том понятийном аппарате, который я сегодня использовал, вот, говоря о, значит, тройственности нормативной конструкции института мышления, вот, все, что вы можете извлечь из схемы мыследеятельности, это только технологические нормы. Спасибо. Вопрос из интернета. От Петра Королева. Вячеслав Геннадьевич, вот вы никак не обсуждаете разделение труда в современном мире и складывающие здесь проблемы. Почему? Считаете это несущественным? Хватит того, что я это обсуждаю. Сколько можно? Все сейчас этим начнут обсуждать. Что? Ну, как я понимаю, за тобой это начинает обсуждать. Петру Королеву большой привет. Ну, в сегодняшнем докладе действительно не обсуждал, хотя это важная проблематика в контексте институционализации, но не мышления, а какой-то, наверное, другой. Вот, а так вот могу ссылку дать на работу, которая называется «Онтологическое мышление с методологической точки зрения». Значит, вот там я свою, так сказать, вот, точку зрения на
значит, разделение труда в связи с отношением мышления к практике там как-то высказал. А есть еще вопросы? Суждения? Спасибо большое, Слава. Спасибо. Коллеги, мы даже чуть-чуть в более сжатые сроки подошли к завершению наших 19-х чтений. Я хочу несколько слов сказать про следующий шаг, а потом немножко про то, что мы обсуждали в последние годы. Следующие чтения, 20-е, юбилейные в разных смыслах этого слова, потому что это 85 лет со дня рождения Георгия Петровича, 20 лет со дня, с дней его смерти. Это 60 лет с момента основания Московского методологического кружка. Это 35 лет с момента запуска оргдеятельностных игр. Поэтому во всех смыслах мы имеем несколько важных реперных точек для того, чтобы рефлексивно оценить прошедшие 20 лет и попытаться систематизировать в том числе и те дискуссии, которые велись на самих чтениях и за их пределами в рамках отдельных семинарских программ или при подготовке наших общих мероприятий. Я взялся за подготовку и ведение этой программы 12 лет тому назад. Мы провели, как вы помните, два обсуждения по теме «Вклад Московского методологического кружка» и сравнение идей Московского методологического кружка и Георгия Петровича Щедровицкого с другими школами и направлениями, как философскими, так и социально-гуманитарными. Мы обсудили с вами в течение трех чтений проблему технологий, а в течение еще трех раз вопросы практик. И, наконец, три последних чтения, 17, 18, 19, касались институтов. Базовая идея мемориальных чтений заключается в том, что мы все эти вопросы поставим вновь. Ну, то есть я предлагаю обсудить сравнительный характеристики работы Московского методологического кружка. Хотя вот, например, сам я сейчас размышляю над сравнением теории деятельности ММК и праксиологии австрийской экономической школы. Потому что я считаю, что это направление сравнения может быть более продуктивно для нас, чем, скажем, работа, связанная с анализом работ Деррида или Лакана. Я считаю, что вопрос, который почему-то спустя 12 лет поставил Жан, а именно, какой вклад ММК в мировую мысль, ну, в общем, мы на него все время и пытаемся отвечать. И я считаю, что надо на него отвечать все время. Потому что одно дело то, что мы употребляем, ну, грубо говоря, для внутреннего использования. И понятно, что свой инструментарий, даже если, может быть, он менее продуктивный, чем у других, а где-то просто другой, но работает, он лучше, чем чужой, заимствованный, которым мы просто не умеем пользоваться. Да, это один мой, значит, приятель, у него сейчас такой бизнес. Он берет в аренду больницы, закупленные государством, ну, техническое обеспечение которых закуплено, но нет врачей, которые умеют ими пользоваться. Приглашает иностранных врачей и оказывает услуги. Да? Ну почему? Потому что найти людей, которые умеют работать на этой технике, нет. Ну вот чтобы не уподобляться этой ситуации,
Может быть, иногда свой инструментарий, покоцанный там и где-то менее продуктивный, но он все равно лучше. А где-то, может быть, и гораздо лучше по тактико-техническим характеристикам. Точно так же я считаю, что мы можем продолжать обсуждение темы технологий. Сегодняшний утренний сюжет, который я бы, конечно, обсуждал в рамках чтений по практике под названием «Управление». Да? Но, как вы понимаете, хороша ложка к обеду. Да? Значит, в тот момент не было готовности ни у команды, ну, может быть, ни у нас по восприятию этого материала. Поэтому, если теперь некоторые пазлсы переставить местами, то может сложиться достаточно четкая картина. И у меня две версии организационного развития событий. Либо обсудить эти четыре темы, ну, четыре или пять тем, обсудить их за один раз, но сделать двухдневные чтения. Честно говоря, мне не очень нравится этот вариант. Либо растянуть на два раза, что тоже, ну, возможно. Поэтому заявки на доклады по указанным тематизмам, значит, я все-таки хочу дойти до формата по каждой теме два доклада. Желательно, чтобы докладчики еще как-то прокоммуницировали друг с другом, а не просто написали тезис. К написанию тезиса мы уже подошли вплотную. А вот к тому, чтобы еще произвести некую рефлексивную пересборку до момента обсуждения здесь и сценировать нормально дискуссию, чтобы это были не реплики вот с места, да, а подготовленные выступления по теме. Это, на мой взгляд, продвинет нас в том формате, который сегодня представляют чтения. Точно так же, вы помните, я начал эту линию с того, что чтение – это значит, надо читать. Вот. И я рад, что процесс читания Георгия Петровича и работ других членов ММК, он развивается своим ходом, и читать стали больше. Второй уровень – это понимать и интерпретировать. Третий уровень – претендовать на развитие чего-то. Потому что, конечно, не хочется такого. Ну, понятно, что у молодежи есть желание открывать велосипеды. Вот, но мне кажется, что мы здесь должны быть, ну, достаточно осторожны в выделении тех зон, в которых мы претендуем на развитие этой системы представлений. Тем более, что эта система представлений сама стоит на плечах, в общем, у длинной традиции. Поэтому развивать какие-то идеи ММК, это значит одновременно развивать и всю эту традицию. А теперь более жестко к тому вопросу, который был задан Жаном Загидулиным по поводу включения в мировую систему разделения труда. Но, наверное, вы догадываетесь, что для меня это один из самых ключевых вопросов. Я очень рад, что те материалы, которые были сегодня представлены на первом коллоквиуме, они потихонечку переводятся и продвигаются. В этом же контексте, я хочу, чтобы вы хорошо понимали, я предпринял этот проект «Русская философия 20 века», потому что я считаю, что продвигать можно только более широкий фронт. Я считаю, что фонд Института развития имени Георгия Петровича Щедровицкого как фонд одного автора – это очень, ну, такая маргинальная позиция. Да, понятно, мы посильно будем продолжать готовить к изданию и издавать какие-то работы Георгия Петровича. Но у такого рода стратегии есть масса ограничений. Она не, ну, не продвигает целого. А целым является контекст. И поэтому все-таки давайте четко понимать,
что как бы ни была устроена социальная жизнь, Георгий Петрович с кем-то спорил, с кем-то соглашался, что-то читал, что-то развивал. И если мы не видим этого пространства, то мы никогда не поймем, почему тогда и там делались именно такие шаги, ходы, полемические замечания, да, или на чем-то фокусировался интерес. С этой точки зрения я считаю, что Коллинз в своей работе «Социология и философия», как бы мы к ней ни относились, он, в общем, довел до предела на определенном материале ту идею, которую, кстати, Георгий Петрович тоже очень любил развивать, а именно, что в науке, в философии всегда работают группы и всегда работают поколенческие сети. И всегда идет позиционирование по отношению к пространству, в котором ты находишься. Мыслитель, как написал Коллинз, очень жестко, но с моей точки зрения в русле мыследеятельностного подхода, это узел в структуре коммуникации. И позиционирование этого мыслителя без понимания этой структуры, оно всегда будет неэффективным. А поэтому мне кажется, что мы сегодня частично восстановили контекст второй половины 20 века. Я, кстати, вот хочу вам сказать, что я так считаю себя достаточно эрудированным человеком. Но вот в этих томах, которые мы издали, 80% новелл для меня. Мы начали издавать первую половину века. Я начал углубляться в некоторые отдельные работы. Ну, там, я не обсуждаю там Ивановского с его работой «Методологическое введение в науку и философию» 1923 года. Да, и там не обсуждаю Шпета, но я могу сказать, что там есть некоторые моменты, которые безусловно указывают на определенную культурную преемственность того проблемного поля и тех тематических фокусов, которые делал в том числе и Георгий Петрович. При этом я понимаю, что кого-то из этих мыслителей он не читал внимательно. Ну, просто потому что я знаю, что их не было в библиотеке. Да, вот я знаю, какие книжки, на каких книжках там есть, ну, во всяком случае, в ранний период, да, заметки на полях. Но помимо актуального круга чтений есть еще некое смысловое поле, которое влияет. А поэтому фонд будет продолжать помимо издания Георгия Петровича продвигать в целом русский философский контекст и возвращать к нему в том числе и гораздо более широкую аудиторию. И я считаю, что это работает на решение того вопроса, который задал Жан и задал Коля Верховский. Да, вопрос о том, а с кем, папа, ты разговариваешь? Да, кто на той стороне коммуникации? Кто задает вопрос к методологическому мышлению? С моей точки зрения, только продолжая эту линию последовательно, ну, если хотите, пропаганды, истории, практики и достижений мышления, при этом шире, чем только в СМД-подходе, мы можем достичь той задачи, которую мы ставим в более узком плане, как продвижение работы ММК и институционализации методологического мышления. Владимир Олейник, с которым мы много сейчас работаем совместно по линии разделения труда, принес, значит, хорошую байку. Как голландцы проиграли англичанам конкуренцию за рынок судостроения. Ну, кто не знает, голландцы лидировали на рынке судостроения весь 17 век. Они производили до 500 судов в год. Но если вы вот так на секундочку представите, что такое судно «Флайт» там в 17 веке, так сказать, ну, я думаю, что никакой сегодняшний там авианосец с этим не сравнится. Вот так представьте себе, значит, 500 авианосцев в год. Маленькая страна с населением чуть больше миллиона человек. Собранная как совокупность ремесленных команд
строящих эти суда на объединенных верфях в сухих доках. 150, там, 200 верфей. В отрасли в общей сложности работало до 60 тысяч человек из этого миллиона. И после этого к ним поехал Петр I, ну, так сказать, уже в начале 18 века. Приехал туда, устроился плотником, поработал там тем, сем, пятым, десятым, а потом говорит, они меня не могут научить строить. Они меня не могут научить строить, потому что они не знают, что они строят. Надо было поехать в Англию, где англичане, решая задачу догоняющего развития по отношению к голландцам, и весь 17 век, покупая у них суда, потому что они сами их не могли строить, через инженерию, черчение и проектирование, достроив недостающий сегмент деятельности. Теперь, если бы вы спросили этих инженеров в середине 17 века из Англии, какое место в системе разделения труда они собираются занять, ну, я думаю, они бы вам ничего путного бы не ответили. Но понятно, что решая задачу сверхкомпенсации и отставания в промышленном производстве, они придумали такую интеллектуальную технологию, которая позволила им догнать и обогнать на следующем шаге. Да, понятно, не без, так сказать, торговых войн, да, и принятия морского законодательства, которое ограничивало для предпринимателей найм иностранных судов и заставляло, так сказать, все возить английскими. Да, не без этого. Но с четкой элементом вот этой новой интеллектуальной технологии, которая решала задачу перехода из аутсайдеров и догоняющей позиции в лидеров этого процесса. Я думаю, что такие вещи происходят все время. И поэтому ответить на вопрос Жана сегодня в точном смысле невозможно, поскольку вопрос не только в том, какую роль наши интеллектуальные разработки займут на ярмарке мировых интеллектуальных разработок. Это важно. Вопрос не только в том, в какие интеллектуальные конвейеры нового поколения смогут строиться люди, подготовленные в технологии и схемах системы мыследеятельностной подготовки. Но вопрос и в том, в какие более широкие цепочки производства товаров и продуктов смогут быть встроены наши интеллектуальные наработки. И сегодня это сказать невозможно. Сегодня это сказать невозможно. Это надо пробовать. Это надо делать, это надо искать, при этом развивая и модифицируя сами эти технологические наработки. И мне кажется, вот до этого уровня рефлексии мы еще пока не дошли. У нас еще не хватает внутренней готовности и соответствующего понятийного аппарата, чтобы такую рефлексию производить. Уважаемые коллеги, я приветствую всех тех, кто все эти 8 или 9 часов провел в ходе интеллектуальных обсуждений. Я хвалю себя за то, что я поставил именно в таком порядке это обсуждение, потому что понятно, что когда все начинается с докладов Воловика, Розина и Марачи, то те, кто приходит, значит, послушать про сермягу жизни, они разбегаются. А так они и так сидят, ну и вот и досидели. Но мне кажется, что сегодня у нас есть возможность более активно работать между чтениями. И пользуясь современными интернет-форматами, перепиской, и проводя реальные актуальные семинары. Поэтому я искренне желаю всем, кто заинтересован, активно принимать участие до 23
3 февраля 2014 года, когда я рассчитываю, что мы встретимся в этом зале через год. Всех... Всем спасибо, всех благ.